Это юбилейная как раз 10-я часть трансляции Divinity. Сегодня должно произойти что-то невообразимое, мне кажется. Как Майки попал на ГГ. А есть, кстати, отдельная запись, юбилейная, по-моему, от Эрика Тцли с участием Майкера, Диана и Тиола. Тиола? Тил же. Да? Тил, Антон, да. Тиал мне почему-то казалось. Ну, я не знал, как произносится, я помню, просто помню буквы. И все. По буквам верно. Мы сейчас находимся где-то в районе системы. В пятом мире Диабло. Да, у нас, кажется, квест «Узники льда». Мы вот встречали все самых разных Ароку, Эйтайм. И продинамили всех. Сейчас увидели, как... Подожди, а как... что за девчонка здесь была? Это вот... Это... Что-то по видам она напоминала очень Пифию, но это была не она. Ага. Может, одна из четырех других сестер кто-то... Это ведьма, да. Да. В общем, превращают прислужников в демонов, творят непотребства, а здесь можно крафтить на этой штуке. Стихийный горн. Посмотри, пожалуйста, стихийный может горн, тебе... А может, я свой лук сейчас туда запихаю и как соединю? Невозможное сочетание, говорю. Ну, жалко очень. Что я могу еще соединить? Кожаная бригантина. Ну-ка, давай. Невозможное сочетание. Предлагаю ехать по основному квесту. Я через чекпоинт, и через минутку можешь на меня уже прыгать, поэкспериментируй там. Может, чего все-таки получится скрафтить. Да, я боюсь, что еще. Я познать, блин, даже не могу. Сколько требует? Знание легенд 3. У тебя 3, троечка. Вроде же 3. А, я тебе скинул еще пояс, который почему-то в инвентаре легенд оказался. Как так вышло? И ты его не можешь идентифицировать по какой-то причине, я не знаю по какой. Но ты мне про этот пояс, видимо, я и говорю. Он требует троечка, у меня двоечка. Почему у меня двоечка? Почему у тебя двоечка? Я не представляю, сейчас я отремонтируюсь и буду возмущаться. Так, у меня тут уже какая-то движуха намечается. Потерпи секунду, сейчас надо разобраться. О, это френдли, я поговорю с этим гномом. В смысле, не гномом, а... Ну, у тебя есть все шансы закончить диалог, потому что меня рядом нет, воровать я не смогу. Так что... О! Меня выследили. Огненное сердце. А Сикс настал свой последний час, ты попал в лапы к дьяволам, которые зовут себя непорочными. Да не, я френдли. Я не из непорочных. Что с тобой случилось? Ёшки-матрёшки, тут 6 пунктов. Что случилось? Дьяволы пришли, обещали, служил, а он предал. Отдали нас. Расскажи, каким чудесным этот был край до прихода Баррея. Вот это следующий босс, с которым нам предстоит сражаться, судя по всему, который со стихиями тут что-то наворотил. Элементали друг с дружкой воюют. Белая ведьма не встречалась? Заперта в личном подземелье короля. Драгоценный камень. Кажется, найдем еще один камень, который вот... ну, в которых у нас две штучки есть. Мне он поможет в тюрьму пойти. Здорово. Короче, пока я не могу опознать этот поезд, к сожалению. Но у меня есть зато рыцарская пика разрушения на 160 колющего урона плюс... Да, но она... Да, она требует силу, а нас милишников нет. Имп рассказал, что там ловушками набит этот тоннель, к которому мы идем. Поэтому надо быть осторожными. Эй! А, да, тут надо аккуратно. Ага, нам сейчас вниз и налево, чекпоинт и три точки. Ворота замка, люк в тюрьме и король Барей даже есть, чекпоинт. Нифига себе, прям король. Сегодня босса будем убивать, ты готов к этому? Да, сейчас прочитаю книжечки. Наверняка очень интересные. Ну, я надеюсь, ты почерпнешь что-нибудь. Мне вообще ни черта не дали. Ладно, понял. О, труп. Ты, кстати, их вообще трупы не обшариваешь, что ли, в принципе? Да нет, я тебя оставляю, ты уже нас лутаешь. Спасибо, да. Сейчас чекпоинт будет. Я еще отравился где-то. Кажется.
Ладно, некоторые обшарил. Теперь с нашим, как бы... Да, блин, на крови, на скользкой подскользнулся. Там дальше кристаллы и чекпоинт, ага, с нашим... Благодаря моему новому скиллу, я думаю, дело пойдет быстрее. Я еще геомантию вкинул, надо будет в город вернуться, что-нибудь по геомантии изучить полезное. Это ты по хилу хочешь, там дождь и заморозка или что? Не-не-не, геомантия — это всякие оглушения, замедления, вызовы пауков. Ага. Серьезно? Да, поэтому, может быть, вернемся в город. Я понял. Да, чекпоинт у нас есть, на продаже вещи тоже есть. Да. Тут, правда, ничего нет, что странно. Ну ладно, давай тогда в город. Нам нужна дорога лес Лукулы, вот сюда вот. Угу. А в эту игру в соло норм играет? Подозреваю, что не очень. Почему? Почему? Ну, зависит от компаньона, от вашего, на самом деле. То есть нормально играли в прошлые игры подобного рода, в соло погружались. То есть просто у тебя там 2-4 человека и вперед. Не знаю, я в RPG предпочитаю играть, то есть одному, если, то чтобы один герой был, а не компашка, честно говоря. А если идти шажками, рядом ставить метку, персонаж не падает, а если с ним переключаться на бег... Вот ну, хорошие, кстати, да, очень. Тема. Надо будет зачекать. Так, что у тебя по баблу вообще? Сейчас есть. Я продам сначала что-нибудь. Во-первых, познаем, кстати, этот ремень твой. Ремень сопротивления яду взлом. Продаю, он мне не нужен. Так, ребята, тоже все продадим. О, появилось первое... Заклинание уровня мастер, сожжение. Мгновенное воспламенение цели, какой-то слабенький урон. Но я думаю, раз я геомант, и у меня есть как раз один слот на это заклинание, я его возьму, тем более, что денег у тебя брать. Ты геомант. Ой, какой геомант. Пиротехник, пиромант, да. Ну я и геомант, и пира, и аэро. У тебя геомантия есть, хочешь сказать? Есть, конечно. Должна быть. Ты мне врешь. Вру, наверное. Скорее всего, врешь. Вру сейчас, подожди, секундочку. Да, геомант на нуле. Окей. Гидра, пира и аэро. Окей. Так, ну давай тогда зачитаем. Еее. Так, а где, интересно, книги по геомантии-то? Оно у меня вроде было в... У него книги по геомантии, что ли? Стафи. Да, геомантия. Вызов волка, как тебе такое? Да я помню этого волка. Вызов волка, земляной щит позволяет наложить земляной щит на себя или на союзника. Щит поглощает весь урон. Меняющая коса не превращает цель в камень. Наносит всем целям, если играю в этом секторе. 8 ходов стоит, что-то дофига. Крот поверхность маслом. Влачить магические доспехи, наденьте их на вашего товарища. Шанс 100% на укрепление. Это плюс 20 брони. О, ну, хотя это не очень много. 20 на ну, это, видишь, уровне. Это уровень новичок, так как у меня она не основная, я думаю. То есть можно... Снимает проклятие. Я могу снимать проклятие. Это с неба обрушивается огромный камень, наносящий 100-120 урона землей всему, что окажется в радиусе... Ну, вот это неплохо, кстати. Вот это я, скорее всего, возьму. Мне больше вроде как делать тут нечего. Увы. Другие книжки я пока брать не буду. Починиться можно, а ты пояс там... Из собачьей шерсти, да, я продал его. Починка вроде пока не требуется остро, по крайней мере. Я талант решил засейвить под громоотвода, чтобы быть неуязвимым к оглушению. Ну, чтобы ты кидал оглушение, чтобы я тоже молниями пользовался спокойно и в эту штуку залетал, не боясь. Потому что все остальные, там есть более-менее интересные, но нет.
Where the rivers run, the goddess weeps. Так, сейчас все эти... How can I connect you to our eternal goddess, my friend? Занесем. Привет, Талисман Гол. Привет всем, кто присоединился. У нас сегодня трансляция, повторюсь, началась несколько раньше, чем... Предполагалось. Да, но зато будет больше. О, куда мы больше. Портнулись? А, я думал, что ты останешься. Ты не закончил, останусь, да? Останусь сердцем, да. Ну, на самом деле, ничего страшного. Так-то, в принципе, все продал, все, что мне не нужно было. Отлично, время сэкономили. Изучил, я стрелы только не купил. Хотя... Ладно, забей, у меня есть нужные все. Смотри, сейчас нужен будет выбор. Если карту откроешь, у нас три чекпоинта. Первое — это ворота замка Король Барей. Но нам, судя по всему, нужно проникнуть внутрь. То есть в люк нужно влево-вниз идти. Или попробуем прям вот с парадного входа зайти. Да, я думаю, надо скрытно действовать. Окей. Мне кажется. Опа, кажется, я сыграл. А ты... Запугать, очаровать, убедить. О, у меня здравомыслие 3, оказывается. О, так я же адекватный. Камнем буду сейчас мочить. Победа, раз. Но у нее 5 здравомыслия. Камень 2. Блин. Я в одном шаге от провала. Но камень меня спасет, я чувствую. Камень выигрывает снова. Камень. Ее выигрывает снова. И последний, либо она, либо я. Остаюсь верным камню и проигрываю. Кажется, все. На этом мы заканчиваем. Начинайте обряд. Какой обряд? Понятно. Ну, я старался, камень тащил. Тут инженер есть, крыса. Скажи, пожалуйста, что у них... А, ну я сам посмотрел, что по этим... У них наверняка к огню проблема. Резистов у них никаких нет, судя по всему. Да, у них, ну, они чуть-чуть есть какие-то резисты, но там 30% по всем, считай. Сочувствую. Элиза впереди стоит. Наверное, самая опасная. Так, я выделю. А, их всего не, ничего, да, там, на самом-то деле? Ну, окей. Как 6 человек. Окей, чертов ящик, твою мать. Слушай, испробую-ка я новый скилл. Дар камня. Что, ты решил самонером стать все-таки? Не совсем, это просто дар камня. А, слушай, у меня же есть граната, че я туплю-то? Сейчас мы их... Блин. Там ящик, короче, мешает. Да не, ну я хочу круто сделать, а ящик этот чертов... Ладно, первый ход у меня будет не самый удачный. Там масло разлилось. Если с огнем у них нет... Хотя есть резисты. Да блин, промазал. Что говоришь, у них 80 вода, огню нет ничего, да? Огню нет ничего. Вообще ни о чем. Хотя есть базовые. Просто бей чем угодно. Просто бить чем угодно. Я въезжаю, наверное, в стройку. Туда, к крыске? Ну туда, да, поближе куда-нибудь. И вот так вот сделаю. Я повелитель огня. А крыска уже... Не, не гуф. Она оглушение... оглушена. Я все отстрелялся. Чувствую, сейчас меня нокдаунить будет. Ядом. О, неудачно. Это подстава. И сопротивление стихии, мне кажется, да, наложил? Или что это по эффектам? Нет, что-то непонятное. Да. Хил. А, аватар пламени или что это было? Так, могу тебя светлячком, в общем-то, в следующий ход попробовать разморозить. Это будет... нанесет тебе урон, но зато... Хотя один ход, наверное, пофиг.
Угу. Тем более ты будешь ход пропускать до того, как я буду ходить. Да. Я не понимаю, правда, что они придумали. Они, кажется, бафуются просто. Просто бафуются. А, я стою уже на огненной земле. Как в песне, да? Бет, Верон. У них были имена, у них были семьи. Возможно, даже были. Какое-то будущее. Было. А тут бац. И все. На них охлаждение, вот так не хочется огнем бить. Но, видимо, надо. Подогрел одного. Резист сняли. Ведь здорово, если они кучно к тебе подойдут. Я надеюсь, хп есть. Но это, видишь, не собирается. Ой, 132. Да, урон возрастает. Смешно. Хиляются, видимо. Угу. Это вам не поможет. Если бы он подошел бы... А, ну, к тебе пошел почему-то. Ну, короче, эти три товарища у тебя там, это твои будут клиенты. Ты их будешь мочить. Я прям очень-очень грустно все. Увечья, сила воли понижена. Ну, прорвемся. Я просто не достреливаю, там мне бревно мешает. Нет, ты со своими, естественно, разбирайся тут. А, мне ходов не хватает, да, на эту штуку? Ну ладно. Угу. А этот лечится на огне. Так, раз, два. По тридцаточке, да? По тридцаточке. У меня кровь замерзла и подо мной лед. Прикольно. И лучше все. А, нет, потому огонь не действует. Ладно, я тогда с двумя ближайшими пытаюсь доразбираться. Угу. А потом уже к тебе перехожу. Угу. Что орёт на заднем плане? Половина хп. Ну, целая половина еще. О, резуректы уже пошли. Первый раз вижу такое. Короче, ну, от резуректа мало толку. Да, особенно если сразу урон наносится какой-то. Но по хп-то мы с тобой просаживаемся. Падай, 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 падай. Падай, да. Козлина. А, половинка у той, треть она таяла. Аватар пламени еще. Так, сколько у них вообще хп всего было? А ты не можешь там пыщ-пыщ-пыщ вот по этим двум? Град стрел или как он называется? А, ну она же будет веером стрелять, половина в них не попадет, я боюсь. Она же конусом под 45 градусов, вроде как заденет, ну, и крысу, давай. И по центральному только начинай. По всем хорошо прошлось. Там только 3-4 выстрела, наверное, минус было из 16. Короче, норм. Хоть игрока бобр. Мне не нравится здесь. Не очень прошелся, на самом деле. А к молниям у них нет никаких резистов? Да, у них ко всему нет резистов нормальных. То есть спокойно можно их. Все-таки этот скилл вплотную намного эффективнее. Угу. Скорее всего, надо было на них даже застанить. Потому что сейчас я, конечно, хильнулся, но... А, и по себе он атакует. Вот это новость. А ты что сейчас сделал? Ну, там взрыв, который... Бьет и по мне. Ну, я одного убил, сейчас второго добью, но
Я не прочитал описание заклинания, должен нормально. Верно, конечно, нормально. Никого не резнет. Это точно. И подскальзывайся, подскальзывайся. Надо щит. Огненная стрела по мне. Отлично, разморозила меня. Так, это что такое? А чего новый скилл не пробуешь, пишет Лемин, как раз вот сразу. Опа, заморозили на два хода, это не очень хорошо. Так, ну я могу светлячком тебя, у тебя хп вроде есть, чтобы... Да этих поджечь тоже было неплохо. Окей, светлячок до тебя дойдет, и до них, в общем-то, дойдет, но это будет урон. А ничего. На мне вообще ничего нет. Да, не нач... видимо, если заморозка, то там... Просто размораживает. Бутылек, наверное, я делать не буду. Лучше бы сделал, лучник по тебе стрелять будет. На мне хил висит один, но... Но она ладно, поставишь. Давай бутылку. Согласен. А, еще ж... Это дура. Да. Очень мощно. Я бы не пережил. Точно не пережил бы. Да как так-то? Они решили, что ты приоритетная цель теперь. Опять уныние на мне. Как он хитро. А почему ты заморожен? А, почему, да, я заморожен. А, ты стоишь. Ух. Видимо, здесь в принципе холодно. И учитывая я то, во что влага, ты находишься, да, во влаге. Блин, это шандец, чё. Тебе советую... Я даже не знаю, что делать. Чё у тебя там есть? Убивать ещё? Нужно ли? Элементали ли есть? А, есть элементали. Ты же забыл, нет? Нет. Есть земляной элементаль, но... Земляной это как? У меня низкая геомантия, да. Не будет земляного. Огненный есть. Где-то. Не, я его забыл, да, точно прав. Так, значит, задача. Задача убить крысу в первую очередь и эту дуру. И крыса, и дура, они по воздуху не очень. То есть надо пытаться их станить. Наверное. Я могу застанить. Нет, не застаню себя. Застанился, да. Достало все-таки. Оно на крови опять стоит, вот это проблема. Да. Это была ошибка. Ну, те двое меня за два хода не убьют. Хотя, если умрешь, то... Ну чё ж вы не падаете? У вас чё, с шипами ботинки, что ли? О-о-о. Да. Миша отваливается. К сожалению. Скорее всего, я тоже отваливаюсь. Надо было замораживать, я что-то забыл, что у меня два типа заморозки. Но соглашение, это у меня изи сейчас снимут оставшиеся хп. Да. Так, хорошо. У меня плохая новость. Че, ну мы же сохранялись после битвы с демонами, и ладно. Ну, в общем-то, да, но все равно не обидно. Начали фактически с начала трансляции. 20 минут. В сундуке тот же лут, кстати, что забавно. Я побежал потихоньку на место. Ну, тогда в город давай после. Или как? Да, нет, лучше уж сейчас. Хорошо. Открою чекпоинт и пойдем в город. Что ж я про заморозку-то не вспомнил? У меня скиллы снова. Надо будет расставлять. А, ты опять лежишь, да? Да, я отдыхаю. Понял. Угу. И теперь мы идем. Сколько тут поселений на букву С? Любимая буква алфавита у всех, я думаю. По-моему, по статистике на букву С в английском языке больше всех всего слов. Ты куда? Нас туда, завел. Да.
Это дорога туда, нужно лес Лукулы. Так, это тут больше похоже на правду. Гуфи на страже стоит там какой-то. Ага, двое. Планируется ли прохождение новеллы от создателя Шести ночей в Чернавском? Мы ее уже прошли, вы прозевали. Да? Она называлась «Большой секрет Александра». А, БСА, точно. Мы ее прошли больше года назад. Это такая была, конечно, интересная серия. Так, вещи все те же, я их все опять подаю. Come, give me your best offer. Че за бред? Фархания, самый твердый и плотный минерал Ревелона, стоит 2 золота. Это как? Значит, тебе нужно его оставить и потом использовать для крафта. Это бред. Что, нифига не ценный минерал. А, взрыв и этот разные заклинания, сожжение. Вам и всем. Вот я взрыв сделал вместо сожжения. Тоже косяк. Угу. Я потихоньку к чекпоинту. Да. Но вот. Очень аккуратно. И сейв будет сейчас. Вход в замок. Не могу пока. Я не освободился. Я еще... Ох, сегодня еще вечерком будет StarCraft. Ох! СНГшный, профессиональный. Стримов будет много, приходите. В 19.00. Прям будет хорошо. Что ты там нашел? Кто, я? Да. Я сейчас просто расставляю скиллы правильно. Ничего себе. Ага. Ну а что они как попало расставлены? Вход в замок бы. Будут. Так, это с этой полоской мы закончили. Сейчас вот это. Димон, ты ничего не пропустил? Вообще ничего. То есть все, располагайся, наливай себе чаек и вперед. Пусть ковер, самолет, и там как-то у меня песня. Нас с тобой несет на восток, куда сказка зовет. Арабская ночь. Да. Не могу я перейти почему-то, не знаю почему. Потому что я занят, видимо. Сейчас я быстренько, осталось чуть-чуть, не переживай. Последние скиллочки пораставляю. Все, я готов. Не готов. Ну просто я не рядом был. Чернавская ночь. Да, это можно перепеть хорошо. Возможно, мы перепоем. Как этого трусипоя. Давай, короче, это. Так, а может быть посмотреть, какие качества у нас есть. Разговор все равно с ними бесполезный. А, ну, в общем-то, да, они не очень хорошие. Как люди. Стой на месте. На счет три, да? Раз, два. Не, погоди, погоди, я два, не могу, не, мне мешает забор. Раз, два, три. Ой, какая синергия, о! Смотри, кто бы знал. Я ищу истинных, добрых, непрочных. Убедить, очаровать, запугать. А что они там делали в прошлый раз? Заморозки, да, главным образом? Я очарую их. Очарование 1, очарование 5. You son of a bitch. Давай. Начинаем, я тогда обезопашу тебя. Я пока выигрываю. А, так, ты говоришь с ним, да? А тут нельзя не говорить, они автоматически хотят сыграть камень, чтобы мог. Ты не торопись тогда просто. Ты можешь их бить, да. Да, я просто буду подходить. Так, я. Хотя они будут ходить камень, тогда. Она сделала ножницы, значит. Я выиграл, она теперь. Я думаю, что она теперь возьмет бумагу, чтобы выиграть мой камень, и я возьму ножницы, она возьмет камень, поэтому я беру бумагу. Не работает. Фак, так. Она взяла ножницы. Значит, одно опережение только. Изи, окей. Ножницы. Ножницы. Выиграла. Я. У меня минус половина хп. Я... Черт. Если ты не придешь сейчас в бой, меня убьют. А я проиграл уже все равно. Я не вижу тебя в очереди вообще. Куда они побежали вообще? Что это такое? А страх у них?
Почему страх? Потому что мы взорвали какую-то бочку, и там понеслась. Окей, а где вообще не все? Жмем они там? Все перед нами. Жмем букву Ё, ой, в смысле тильду. Ага. Ну, что-то мне это не нравится, короче. В упор. А, кстати, ну как вариант можно. Но я не уйду потом, наверное. Поэтому я сделал адреналин сначала. Потом в инвиз уйду. Главное, чтобы по мне не попадало. Кого-то я убил вроде бы, да? Не. Почти. Я вообще не вижу, кого-то я там подэмиджил. Я вижу Элизу, которой пофиг. Кажется, если у человека большой армор, то пофиг. Не, Вернон там, по-моему, просел по хп. Вернон? Вижу, да. Бет. А, Вернон, да, Вернон. Возможно, по нему. Он же прист. Как-то, видимо, по нему попало все-таки. Ладно, уходим. Ну, да, акселерейтинг. Ты мог бы отбежать? А, не мог бы отбежать. Я могу всех тут взорвать вокруг. Сильно, больно. А, я в инвизе. Ну, ты да, ты взорвешься тоже. Я поэтому и говорю всех взорвать. Понял. Но может быть, это и не совсем верно. Может быть. Допускаю, что это так. Можно попробовать гуманно, типа, позамораживать просто людей и кого-то поубивать. Но, хотя по заморозке, ты видишь, у них... Да, заморозка у нас лесом идет. То есть надо станить, получается. Станить, еще раз станить. Но сначала... Да хочу АУЕ вообще. Вам и всем отличный скилл. Ладно, раз. Да то, что морет на заднем плане, не могу понять. Так, этого тач. You got a touch. You got a power. Не помню, как песня называется. Возможно, тачи называется. Хрен его знает. Угу. Да, ты прав. Ты не хочешь себя спасет. Полечить там как-то? Да полечить уже поздновато лечиться. Ну, только бутылек выпить. И, наверное, я так и сделаю. Кто там замораживается хорошо? Тот, на ком благо. Охлаждение. На крыске. Крыску я не могу вообще. Не подходящая цель. Ладно, я тут попробую заморозить. Как не подходящий? Не знаю, ну я и не вижу из-за тумана каким-то образом. И хил пошел. Да ё-моё, как больно, а? Вот минус твой хил почти весь. А как ты вплотную видишь его вообще? Так, один там сдох, догорел. Это Вернон, скорее всего. Угу. Ну, сейчас нужно просто точно АОЕ. Опять нам не уныние. Можешь отойти вот отсюда, я на следующий ход бы... Бадабумнул. Так, что мне сделать, чтобы прям был бадабум? О, она рыженькая. Ты любишь рыженьких? Нет, просто я удивился. Ты не любишь рыженьких? Нет, просто я удивился. Ты смотрел «Игру престолов»? Там тоже была рыжая лучница в зимней локации. Ну, конечно, конечно. Так, ну все, пора взрываться. Вам и всем вокруг вас подходит. Я тебя задеваю. Да, пофиг вообще. Вообще пофиг. Теперь бы тебе выжить. У меня весь щит снялся. У тебя есть инвиз? У меня есть инвиз и нет горения, так что это давай. Идеально просто зайдет. Они будут мстить, стреляя по мне. Только горел. Надо стоять на месте. А можно бутылек пить после инвиза? Да. Дябнул. Хряпнул. Работаем. А, ну басы. Промяс, промаш. Ах ты козлин, ну все равно не так много. Промаш. Ах ты козлин, ну ладно. Только не заморозка. Она больше ничего не может, но промахнулась. Понятно. Неудачница. Да какого черта? You piece of shit. Does anybody else smell smoke? Ты загорелся и появился. Добро пожаловать к нам.
Так, кто у нас... Так, огня нет. Может, главную вырубить просто? Кто из них главная? А я Элиза? Думаю, думаешь, она главная? Она жжем. Жжем стрелка. Да ты можешь, Бэт, и... Да, в общем... Могу. Там они две рядом стоят, и они еле дышат. Охлаждение, поглощение стихий. Замораживать их смысла нет, да, получается? Светлячком пройдись по всем и разморозь меня заодно. О, на них повесишь горение. Да. На них повесишь горение, они сами догорят. Следующий ход. Я не хочу прям по всем проходить, потому что да. Эта дурочка... Ну, крыса подлечится же. Да, она все равно фуловая, какая разница. Вот и все. Так. Хорошо. Может, еще кого-то убить? Я могу. Пам-пам-пам-пам-пам. Кого скажешь, того убью. Висит у того поглощение стихии, поэтому не знаю. Можешь по Элизе еще вдарить разок. Я не могу выторгиться. А, я могу оглушение сделать вот так вот попытаться. Чик-чик. Отлично. Доспех у тебя горит. Ох, Элиза, Элиза, а. Ну что же. Да нормально все, тебе половина хп, там 500, как он снимет это все. Я больше... А, ты уходишь еще, отлично. Опять не новый скилл, как не новый скилл, вы что, ребят? Новый скилл был уже... Был взрыв, был мастер сожжения, воспламенение цели только что. А я думал, ты будешь просто убивать людей. Мне надо сначала подхиляться для этого. Так, а может все-таки... А может быть корова? Пара-пара-пара. Нет. А может быть собака? Из-за... По Элизе я не достаю, поэтому просто убью вот этого вот. Элиза должна застанет сейчас. А что она вообще ход пропустила? Почему-то Элиза пропустила ход. Этот оглушен, поэтому только по Элизе работаю и всем. Нее. Брони. О, блин. Так-то бы, то есть, по идее, могу 800 ей занести, но она слишком. А, не, не могу, тут же на перезарядке. Ладно, давайте это просто вот так вот сделаем. Машешь? Три выстрела? Да-да-да. Тоже неплохо. И еще на всякий случай. Кто там охает вот на заднем плане? Да справа, слышишь? Кажется, кто-то. По квесту. Меня раздражают. Ой-ой-ой. В рукопашную, в штыковую. Опасная. А до скольки, кстати, на турнир будет? Не знаю, посмотрим. Как получится. А, у меня ж палочки не огненные. О-хо-хо! Добьешь? Ну, я не знаю. Ну, попробуй. Что-то у меня к воздуху сопротивление, да, нет? Ух, там столько зелий лечения, три штуки. Восприятие. Зелье брони, сопротивление воде. Я хочу новый скилл попробовать. Это 74. Что-то фигово, а сколько у него хп-то осталось? Да нисколько не осталось. Ну, давай проверим. Ну и отлично. Ну 60 это вообще ни о чем, но как бы... А там сопутствующий какой-то есть? Урону эффект. Замедление, по-моему, какое-то. Ловкость, интеллект. Так, я наверняка у них здесь что-то есть в лагере. Клещи, сапоги, бревно, балахон за 800. Ну ничего себе. Это тебе так кажется, что он за 800. О, кодекс сумасшедшей мудрости. Плюс один интеллект, минус один восприятие. Стоит ли его вообще юзать, магу? Это тебе виднее, ты у нас самый мудрый. Урон-то поднимет, но восприятие, восприятие.
Замечать ловушки. Да, наверное, надо максить. Ножницы. Ножницы — это оружие, что ли? Ножницы — опасное оружие. Все винта плюс один. Это реально ножницы, которые из игры камень, ножницы, бумага. Mm-hmm. Так, мы вообще где-то рядом с чекпоинт, и тот, кто там верещит, это вот нам туда. Кажется, вниз и вот обходить как-то сюда. А, вот, снеговики. Может, они пещеру охраняют, вход туда? Попрыгун. Олень. И вход. Так, давай снеговика убьем. Для этого, правда, придется обойти. Но... вроде почему там был маркер. Давай подхиляю тебя. Не проблема. Спасибо. Вик. Так что, это заяц плакал? Нет, это снеговик попрыгун у него. Вот. Надзиратель со шрамом. Ты можешь с ним поговорить? Нет. Мы можем его убить. Ну, я думаю, что не стоит торопиться. Надзиратель. Да не-не-не, это, видишь, заяц. Короче. Зайцем? А, то есть... Огонь. Огонь. Заяц нам поможет пробраться. Надо было только по-другому сделать. Ну, ладно, пофиг. Давай. Ты же в этот раз не поговорил с гоблином, он тебе не рассказал про секретный ход с ловушками. Нет, про секретный вход мы и так знаем. Мы просто не знали, что там много ловушек. О, хорошо. Аватар пламени. Значит, так вставать, гад. Ой. Хорошо. Кролик за нас. Важное уточнение. Так, ну единственное, как я могу разморозить тебя одновременно. А, что это? Да не надо, убивай его просто и все. Думаешь, у него фул хп? А, нет, не фул. Это божок. Ага. Вот так, значит, да? Угу. Только не заморозка, пожалуйста. Yes. А, ты разморозился. Меня сейчас, да, спадет. Так, что теперь говорит заяц? Ой, он его убил. Вот урод. Капец. Ну не пропадай же добро. Опа. Опа. Вход в пещеру должен быть. Где-то здесь. А вон же. А, нет. Заваленный. Это кто тебе сказал, что вход где-то здесь должен быть? Ну, маркер здесь был. Пещера, все дела. Здесь у подножия есть, конечно, да. Здесь и справа, но... Да, ё-моё. Не, он не здесь. Угу. Ну тогда давай по краешку налево пойдем. Там вроде было что-то похожее на пещеру. Эх, жалко попрыгуна, а. Ну по нему. А вот есть второй. Кто это? Да это. А тут мы были. Угу. Вон там волк убитый. Еще какой-то лагерек. Ну, там мы не были, и там товарищи, кстати. Я не буду.
ничего товарищи не добрые? Нет, те же самые, которые непорочный стрелок и прочее. Начнем доктор. Без разговоров или как? Я думаю, да. Только давай аккуратно. Я заметил, только смотри, у них прям конус движения сразу здесь. Ну, я предлагаю на счет три. Окей, раз, два, три. Ну, у кого-то уже там половина хп снята. Там просто костер был, поэтому я сразу в костер вошел. Фабрицио. Полкам, если возможно, работай. Ручной белый, они к огню и к воздуху. К огню лучше. Но я могу только оглушить, попробовать, чтобы тебя немножко подсейвить. Но... А, не, я могу сделать просто стену. Ты можешь расплавить воду и оглушить потом всех. Видишь, они там на льду все стоят. Расплавить воду? Либо забить, и... но я боюсь, что у них снегоступы. Ладно, давай светлячка действительно пустим. Это и волков подожжет, и сложности создаст определенные тем, кто дальше. А, да, извини, пожалуйста, я не думал, что до тебя дойдет. Угу. А как мне видеть через туман? Вот как, в частности, этот видел через туман? Туман не сильно на вижу влияет, именно дым влияет. Падай, гад. А что он падет там, вода? Ты же расплавил. А, то есть туда можно молнии зафигарить, да, сейчас? Было. Сейчас, ну, уже сейчас вроде пройдут. Да, он не падает, скорее всего, у них там прокачаны. Итак, все ребята очень рядом. Кстати, как вариант, но я хотел их просто оглушить. Оглушить лучше, поверь. Оглушить, а потом тра-та-та-та лучше сделать. Если у меня что-то оглушающее по АОЕ. У меня есть сфир, могу наложить на них попытаться. Но они разбегутся тогда. Нет, не нужно. Ход. Это нам не нужно. Хорошо. По крайней мере, трое призадумались на пару ходов. В том числе и Фабрицио, кстати. Так, ну они... Туда нужно огнем, наверное, да? Чем хочешь. Без разницы, по-моему. Ну, там яд, отравление есть просто. Это болезнь, не отравление. То есть, думаешь, там есть отравление, да, стак на троих? Ох, как хочется вернуться. А, ну тогда давай. Хочется ворваться. Ты лучше, не, стреляй оттуда, нормально. Они все равно до тебя, пока будут милишники пытаться добежать. Они почему-то именно к тебе хотят бежать. Угу. Ладно, тогда кому-нибудь так вот за... Фигово, конечно. Кого заморозить можно попытаться? Кто тебе мешает? Того, кто не оглушен. Угу. Он под теплом, это я не прав. Я очень не прав. Прости за все. Да, надо было того, кто с охлаждением заднишь. Ну, АОЕ огнем сюда зайдет хорошо. Ты думаешь? Трое отравлены снизу. Ну и волк тоже без резистов. Сумасшедший дамаг должен зайти. Вот видишь, как хорошо. А второй уже из-за отсутствия стеков не так хорошо заходит. Фабрицио растерялся. Нет, он ой-ой-ой. Морозка, понятно. У них из-за болезней должно. Один минус. Огнем в меня бы и в этого сплэшем, если есть. Я тогда ход не пропущу. Спасибо. Не а попал. Спасибо, ты не заморозился почему-то.
Слушай. Так. Они тут совсем рядом, поэтому я, пожалуй... Хотя, наверное, нет, я их не смогу убить за раз. Очень... Может, рикошет? Там двух ты сможешь, стрелка и волка. Рикошет я сейчас думаю, но я не убью их, по-моему. Одного точно убьешь. Не факт. Убил двоих, да? Или одного? Одного вроде. Одного. О, это вообще на своего, здорово. Что ли, он? Но он через своего пустил. Неудачник. Падай. Я повелитель огня. Угу. Ты сказал даже больше раз, чем я сказал. Я читаю следы. Уже. Ну, что я сделал? Я хотел сделать одного. Немножко не то. Ну ладно, сделаю так тогда. В принципе, зато милишники снова к тебе должны идти, так что... Угу. Так, этот волк, который рядом со мной... У тебя два волка осталось по ходам. Этот ближний и вот правый, который... Добро... А можешь еще вот того какой-нибудь плюхой добить? Ну ничего. Ничего страшного. Воздух. А, вообще физуха его же можно взять вот так вот. И на волка уронить. Или нет, не на волка, а на этого. Потому что волка я не вижу. Он раздавил его. О боже! Еще выжил как-то гад. Ну он же Фабрицио. Mm-hmm. Ты не слышал истории про Фабрицио? Изи. А, мы еще и выиграли. А волк чё? Ручной белый с нами будет говорить? Давай поговорим. А с чего он так? Может, он теперь за нас будет воевать? Понятия не имею. Плохой дрессировщик был, видимо, какой-то Куклачев. С ним... Понятно все, короче. Но норм. Да ё-моё. Слушай, надо торнадо нам сюда, по-моему. Иначе это удлинит, зачистит лагерь. А куда, где там лут есть? Куда пускать торнадо? Ну, вон по направлению к камням туда. Окей. Нормально? Да. Но входа в пещеру здесь по-прежнему нет. Отстой. И, наверное, нам нужно идти к главному входу. Волк остался один, его жалко немного. О, тут есть кристаллы, может быть, за ним. Он одинокий волк. Есть. Одинокий уже? Тебе ничего не надо отремонтировать? Может быть, меня похилять? Ну... Может быть, обхилять только тебя? Может быть. Я не уверен. Тут какие-то странные кристаллы, они вроде ничего не защищают. Но стоят подозрительно. Подозрительно. Может быть, ачивка, чтобы разрушить все кристаллы? Сейчас я буду разрушать все кристаллы. Так, мы куда-то зашли, тут явно ловушка. Еще кристаллы. И там вроде как сундук даже. Хили меня, пожалуйста. Нет. Я тебя хилял, сколько можно? У меня очень много хп. Справа сундук лежит. Ладно, я сам открою. О! Ничего интересного, дал тебе только бомбу. С молниями. Это тоже кристаллы. Бомба с молниями, это что-то новое. Ну, не знаю, она выглядит, по крайней мере, так. О, сундук за кристаллами. Надо их всех разрушать. Я... А, как? Говорил же. Сприган тут и волки. Засада. Я еще хожу, блин, фиг знает вообще когда. А как? Короче... Почему я прошел спокойно, а ты непонятно как? Откуда этот появился?
Что она делает вообще? Что она... Как она бегает? Почему я заморожен? Что случилось? Так, давай сделаем сейв сейчас, чтобы... Это отдача. Какой сейв? Я сейчас умру. Сейв, сейв. Нормально все. На другой слот. Я ворвусь, я там все, все разнесу. Как разморожусь. Тем более, видишь, часть волков решила, что... Нечестно на одного нападать, да. Всемиром. Самая большая проблема это в защите от огня. То есть у них слабое место это огонь. А я получается... бы его убил, но я отдамся, потому что два хода заморозка. Угу. Слепота. А ты меня не разморозишь теперь. Я уйду просто в инвиз на свой ход, а потом дойду до тебя и зарезаем. Хиля! Шпиля! Так, я заморозку с тебя снять не могу. И никогда не мог. Что, светлячком мог? Ну, светлячком как-то негуманно, во-первых. Но, в принципе, я могу просто броситься в бой к тебе. Ну, как давай. Настоящий герой, вот так, раз. Я... Потом хильнуть тебя. И... Ничего себе. И все. Нет, и не хил, либо тебя. Хил, либо светлячок, такой вопрос. Выбирай. А, лучше хил. Хил на 2 года. Ой, это года хода. Хил на 3 хода, но он тебе не поможет вообще никак. Увы. Ты думаешь? Я почти уверен. У них все равно резисты по огню какие-то слабые. Я не знаю, почему так. У них нет резистов по огню. Минус 20. Так, как же мне сделать так, чтобы я тебя и хильнул, и еще сам не гуфнулся? То есть нужно, типа, отступить назад и хильнуть. А ты на хил инвиз... А, ну тогда все меня будут атаковать. Как я не могу на хил инвиз? Ладно, я попробую тогда в угол куда-нибудь спрятаться, чтобы только часть волков меня била. Заморозка опять пошла. Нет, земля. Эти не успеют добежать, ударить, скорее всего. То есть просто оба уходим в инвиз. Ну, сейчас посмотрим, там... О, это норм. Скорее всего, да. Так, я могу еще консту повысить, хп увеличить сильно у тебя, у меня, но это на время. Могу сразу забубенить туда. Не надо ничего туда бубенить, не надо бубенить. Я хочу в инвиз уйти, а для этого я должен быть без дот. Ладно, тогда увеличиваю консту, у нас обоих должно помочь. Дожить до инвиза. Нифига себе. А дальше могу светлячка, чтобы... Я же не ухожу сейчас в инвиз или ухожу? Ухожу, почему? Наверное. Почему? Уходи, потому что я тоже ухожу. Ладно, а потом куда? Будем здесь? Потом хиляемся и... Ну мы же не отступаем, да? Мы же здесь остаемся. Нет, здесь. Конечно. Отлично. Ну тогда правильно, отойди, потому кучно, что кучно. Я сейчас это... Учти, что перед инвизом у тебя будет еще... Есть еще возможность уникальная как-нибудь им жизнь испортить. Абер там фуфашечка стримит, ты к нему не присоединишься. Нет, сегодня никак не получится, к сожалению. Я хочу сделать хотя бы в один вечер паузу между Старкрафтом, но это, скорее всего, будет только там в понедельник, учитывая турнир, или в воскресенье. Угу. Не, лучше я уйду в инвиз и просто отхиляюсь там. Хорошо. Nimble as a fox. А что такое nimble? Как переводится? Понятия не имею. Слово-то на слуху, знакомое. Nimble. Нет. Пацаны в чатике, nimble через I пишется. Для собственного развития хотелось бы вспомнить. Такая очередь, как в аптеке. Так, я могу хильнуть, наверное, зелье себя. Зелье пока, да. Юзай. Ну, скорее всего... А, я вышел из инвиза? Да, потому что... Проворный, говорят. Спойлы. Проворный. Так, ну...
Плохая идея, теперь они, блин, к тебе все побегут. Я думал, ты хиляться будешь зельями. А я не знал. Ладно, я могу сделать стену льда. Только ты не пройдешь. Но, может быть, в этом есть определенный смысл. Да нормально, и у меня инвиз на много ходов. Они, правда, оббегут, ну ладно. Я хочу, чтобы они не оббежали. Кстати, нас нет, назад. Куда я? Блин, как я... Короче, это заклинание, оно меня расстраивает. Отличная стенка, Миша. Да вообще... А, мой ход, да? Да, оглушение, если можно. У них, кажется, по воздуху нет резистов. Проворный, проворный. Нимбл, проворный. Проворный. Угу. Спасибо. Тут должно вообще хорошо зайти. Ох. Ну и добро. А дальше полный фарш пойдет туда. Яд, огонь. Еще огня. Можно против заморозки наложить пару щитов, так чтобы совсем перестраховаться насчет вот той дурочки, которая будет стрелять опять заморозкой. Но это я в следующий ход только смогу сделать. Ну нифига себе. Очень сильное колдунство. Так. Хитрец нашел там путь. Входной. Раз. Два. Это от заморозочки. Ну и наверное. Последний ход под... А, скорость. Конечно же, скорость. Все. К следующему ходу я буду вообще во всеоружии. Откуда он вышел вообще? Справа бежал каким-то макаром. Ну, он твоя проблема, короче. Сейчас будет. Но я пока тут это... Угу. Здравствуйте. Уважаемые коллеги... А, это паровая. Ну и, пожалуй, это все, что я могу предложить вам в нашей сегодняшней программе. Чем они бьют? Физуха и волки. Тогда броню себе повышу. А это морозом, но и хрен что получится. А? Не благодари. Окей. Слепой лучник, насколько это страшно? Ну, даже не знаю. Опять землей пыщ. Очень страшный урон, очень. А чё все ко мне-то, я не пойму. Я ж... Бррр. Короче, тебе надо сейчас через телепорт на дальних волков ходить. Угу. Да, отличная идея. Только телепорта уже, к сожалению, нет. А так план-то был хорош. Я думаю, фаерболы нужны. Только вижен загораживаешь ты. Чертов я. Я могу сменить тебе щит на огненный и шандарахнуть прям огнем. Я думаю, это будет правильным. Смотри. Раз. Потом два. Ну там прям хорошо получается. Ты не должен получить урона. Щит должен погладить. Так и есть. А дальше волчков касаться. Касаться там волчков. Надо невосприимчивость к огню еще убить в этой штуке. Угу. Я скорее всего в следующем ходе, если они кучно подбегут, я веер пущу. Потому что ты это должен сделать. Окей. Работаем. Половина, кстати, уровня уже. А, вот о, так вот, да. Армор ломается. Так, сколько у них что там? Что за челлендж? Такой спецом не брать милишника, NPC. Какой уровень сложности? Предпоследний уровень сложности, но я изначально волк-одиночку взял, поэтому NPC не берем. Вот, а БСП изначально не хотел NPC брать, поэтому мы вот так вот вдвоем. Ну, интересно, на самом деле, интересно. Я даже рад, что у нас нет NPC, потому что если бы у нас
Ох, жесть какая. Если у нас был NPC, то время хода увеличилось бы вдвое. С нашей стороны, учитывая то, что я и БСП периодически и так-то тупим, теряемся в навыках. Ну, я думаю, хватит. Ну и так справляемся чаще всего. Сейчас заморозка на тебя, кстати, может подействовать. Нет, не заморозка. Ты можешь теперь огнем спокойно, потому что у нее нету снежного шамана. Скорее всего, у нее к огню сейчас минус будет. Глянь. У нее к огню 30. У нее, в принципе, хороший резист. Ну, 30 не хорошие резисты. Хороший резист — это выше 70. Ага. Но в любом случае она приоритетная цель, потому что волки просто кусают и все. То есть она действительно хочешь ее? Да, я очень ее хочу. Она плотная. Может, даже имел смысл сначала... Волкам? Да. Я могу ее откинуть нафиг, чтобы она не... Давай. Но она даже не наносит сейчас такой урон, поэтому я не знаю, зачем ее так ты хочешь убить, если честно. Можешь в пропасть ее кинуть, да? Боюсь, что нет. Выпей зелье какое-нибудь. Так у меня... Ну, хотя да, могу. Но у меня зелья, кажется, закончились, да. Нет больше зелий. Я могу использовать кровавик, его в любом случае. Не-не-не, лучше на более... Тогда еду какой-нибудь. Еду тоже нет. Так как-то... Ну ладно. А кого-то, может, здесь можно заморозить, кто не горит? Все ну, горят, правый, да? Волк только. А, глушон отравлен. Ну да, чтоб... Хотя я лучше очки действия за... Нет, отравлен правый волк. Ладно. Динамика все равно положительная. Тут очень битые все остались. Их осталось в два раза меньше, чем было изначально. Не понял. What's up? Что это за рикошет какой-то кривой? Ни по кому не попал. А, на тебе еще щит, кстати. Я могу ворваться. Ворваться и взорваться. Волков хиляет. Ну да, видишь, она особый урон не наносит. Если не заморозит, то все ок. Ох, как прошелся там. Ну, уверенно бежал. Очень уверенно. Да так, брось. Догорит. Ну... Тут догореть на них должен. Левый. Можно красиво, конечно, умереть здесь, но, наверное, не стоит. Исцеление. Так, это догорит, говоришь, да? Этого мы тогда касанием добьем точным. С дальними светлячок не подействует. Надо молнии какой-то, да, ведь у них воздух тоже невысокий. Да, наверное. А я вообще к ней, наверное, прыг. Давай. Гну. Я сгорю там тогда. Даже вон. Где там? А, хил откатился, сори, все. Хил и стан на одного из волков ближних к тебе. Попытка сделать. Так будет. А, нет, вот так вот. Все, определился. Вот так вот. Правильнее будет. Okay. Вот. Да, походу они пропустят. Сзади остался один волк, который ориентировочно догорает. То есть сейчас наиболее страшная цель — это снежный шаман. Как-то не странно, но к тебе к ней не добраться, скорее всего, будет. NPC вы тоже сами управляете, если что, просто как... Ну, я про это и говорю, что если бы были NPC со своими способностями, мы бы значительно дольше времени проводили. А так, действительно, два класса у нас были изначально рейнджевые. И на самонов... Самоном я некоторое время пользовался, огненным элементалем в частности, но потом заменил для экспериментов на другие заклинания. То есть это первое прохождение, но опыта очень мало, и, но с другой стороны хочется попробовать разные вещи. Поэтому и со стороны кажется, что очень-очень странная игра. Но логика определенная в скиллах, она присутствует, тем не менее.
Уже. Что ты там машешь? Понял. Да. А, у меня же другие есть заклинания. А, да? Уже не хватит этих. Чёрт. Ходов. Ладно, забей просто. Они оглушены в любом случае. Главное, не заморозься. Нет! Не умри! Так, минуснулся волк. Угу. С волками что-то делать? Или... Я предлагаю убивать. Давай тогда я сделаю следующим образом. Ее поближе, чтобы, ну, как бы, не надо было бежать далеко. Это раз. Ну, а дальше, наверное, я могу всех красиво сжечь, себя в том числе. На тебе щит? А, давай. Окей. Okay. Not это, конечно, bad. Усложнило мне немного жизнь. Ну, ты можешь отойти, как бы подхиляться. Я погорю. Слегонца. Он ходит следующим. Его подгорением никак не алё, да? По мне плюс он ударит. Не, ладно, буду тогда его просто дэмэджить и все. Я знаю, что могу умереть. 240... А, ты ходишь? Почему ты ходишь? Вот я не понял этого момента. Он был следующим в очереди. Кто без очереди прошел? Ничего не знаю. Волка обошел. 169 у него, да? Ну, волка надо убивать точно, потому что... Хотя после этого еще снежный шаман будет ходить. Хотя он не нанесет столько урона, как двумя укусами волк. Это точно. Он только дизейблить может, лечить, да бегать вокруг. Это все, что ли? Два хода нокдаун, горение, забей. Он и уже труп. Уже точно труп. Окей. Давай. Убегай, да, правильно. А, нет, он... Землей, тут... землей, тихо, приготовились. А, слепота. I can't see, oh my god. Давай, на полтинник, пожалуйста, урон. Вот это поворот. Что же делать? Ты можешь ее... Ну, не можешь же. Огнем надо бить. У меня доспех скоро сломается. Давай. Яд, да? Угу. Отлично. Отлично. Так, чтобы мы еще... Чтобы в нее воткнуть еще. Интересный вопрос. Цель невидима, понятно. Окей. Хил? Да. Продлевает она свои страдания. Fire Agony. Нагнетает, кажется, обстановочку наш. А ты паникер всегда почему-то. Да, наш. Да. Ой. Понятно, слабо. Лучше огнем. Стабильнее. Ладно, все равно с руки больше нечего делать. Угу. Так, я скидываю тебе на починку. У меня, кажется, перчатки... Стоп, а что мне с перчатками-то?
А я вообще без них был. Нормально. Что нашел? Арбалет какой-то эпический. Эпический? Просто эпический. Эпический. Скинул тебе две шмотки на починку. Я думаю, что у меня хп-то не очень много-то. Был вроде косарь, а потом хопа и 900 с копьем. Арфа эпический, надеюсь, да? Не очень. Лира эпический. Так. Ну, он, конечно, прикольный. Ну, расскажи, расскажи нам про балет, про свой. 98-153 урона, плюс 40... Ой, плюс 14-22 земля, плюс 50 очков здоровья, плюс 10 шанс наложить эффект замедления. Очень хорошо же. Ну... Чем он тебе не нравится? 5 очков действия, чтобы атаковать. А, как и у любого другого арбалета или что? Да. Ну, у меня у лука 4 очка действия, чтобы атаковать. Урон на 50, конечно, ниже. О, ну все тогда. Ну, хотя 2 действия, если... И очков здоровья на 10 ниже дает. Тут палочка какая-то вообще, я такого цвета не видел. Легендарная. Дал, да. И кольцо еще. Тоже легендарное. Ой, эпическое. А с другой стороны, у меня навык на лук плюс 20% дамага, поэтому как бы арбалет. Посмотри там два девайса, пожалуйста. Палочка и кольцо. Очень, очень, плюс 30% очень. 30% дамага даже. Очень интересно. Что там по палочке и по кольцу? Ну, по палочке я тебе ничего не скажу. По кольцу там просто резисты. Просто сколько? 13, 15, 13. Огню, земле, воздуху. Скинь, пожалуйста, пригодится может. Ну, а палочку ждем. А почему ты это кольцо себе не хочешь взять? Зачем оно мне? Универсальные резисты. У меня кольцо дает ловкость сопротивления и знание легенд плюс разряд молнии. Я лучше инту пониже, но резисты потяну. Такое количество резистов на дороге не валяется. Пока еще. Так, ну и делаю сейф. Палочку, конечно, можно было и идентифицировать, но я для начала нашел... Хоть я и предпочитаю арбалеты, конечно, чем лук. В Скайриме я всегда с арбалетом ходил. Вот, и рабовойсишь. Да? Уже получше еще скажи что-нибудь. Это рабовойс или это глюк-преампа, как у нас было в прошлый раз? Нет, сейчас все ок уже. Давай, может, город или нет? Тонкий золотой кувшин. Ты не берешь такие вещи? Странно. Можно в город, в общем-то, потому что мы все равно к чекпоинту пришли. Да, давай. Итак. Я жду, когда БСП возьмет стеклянную обилку. Вы не дождетесь, я взял волка уже. А куда мы портнулись? Опять не туда, что ли? Да, поближе надо было. Как называется? Лес Лукулы. Запомнить надо. Лес, блин, Лукулы, дорога. А не Сильвер там что-то? Сильвер хрень, вот оно. Keep you safe. Откуда keep? Это он как Форест Гамп. Слушай, треск все-таки есть, похоже на преамп. Стукни по нему. Я вкл-выкл. Попробуйте выключить, включить. Все, мы потеряли его. Следующая часть трансляции будет, к сожалению, без комментариев от БСП. Но... Да. Чё? Всё отлично. Конечно. Конечно! Come. Так, ой, что твою палочку не продал. Так, ну я на самом деле тебе ее потом отдам, потому что я сейчас перечислять это замучаюсь. О, хорошо, давай. Сейчас я готов, все я остальное. Готов, я готов. Да не готов ты. Да готов, я готов, готов. Знаешь, как говорил Элидан, you are not prepared. Угу, да, что-то где-то слышал его, да. Эту вот штуку. А, нет, я сам продал это кольцо, что я... Я же знаю, что оно дает. Так. Imprisoned for 10,000 years. О, кстати, это мы сколько получается? Не понял. А, у нее просто денег не было на все это. Хм. Слушай, ну тогда я часть-то верну. Ну второму просто. У него там есть еще бабло. Окей.
Так, на тебе пока палочку. Выручалочку. Вот она. Урон классный, очки здоровья хорошо. Молниеносный прыжок есть уже. И 10% наложить нокдаун. И воздух, отлично. Я, наверное, заменю воду. Легендарная, моя первая легендарная палочка. Урон под 181 с палочек. Хтыщ, хтыщ, хтыщ. И хп так, еще. Так, что там можно... Вызов... А, вызов волка. Ну, как бы... Это самое, пригодится-то может, наверное. Where the wind blows, the goddess breathes. Where the реально золота нет. Тебя нет золота, да ладно? Не-не, у нее нет золота, у меня ну два да. косаря есть, но это тебя так. Тебя два косаря? Так, непорядок, ну-ка давай-ка наведем. Да не нужно, на самом деле мне пока деньги-то не нужны. Ну отдай их мне тогда. Ну хрен тебе. О, а почему я живую воду до сих пор не знаю? Давай вот я выучу лучше заклинание «Живая вода». С финансовым директором. Да, хорошо, согласен. Мне нужно... Не, не нужно. Я просто выучу это заклинание. Да, ведь выучу? Нет, не выучу. Ты я его мог выучить, кажется. Адепт гидрология. Кажется, он... я его покупал уже просто. Вот в чем дело. Просто в гидрологии у меня... Угу, да, нет свободных этих. Хотя осколок можно убрать. Он... Я пока не буду. Взрывает выбранный труп или контейнер, разлетающийся ошметки, носит урон. Нет, он плохой. Это навык. Дает цели улучшение зрения, увеличивает шанс попасть в цель, стрелковое оружие. Так, очень интересно. Дает цели улучшенное зрение и увеличивает шанс попасть в цель, стрелковое оружие на плюс 50. Снимает слепоту. Все, теперь я знаю заклинание регенерации на постоянной основе. Та, которая консту увеличивает на четверку. Дает Найс. Nice. Угу. Тоже рад. Я не хочу прокачивать навык гидрологии, хочу аэро прокачать, потому что на пятом аэро будет, будет громотвод. Хочу вот этот навык взять, чтобы станов не было вообще. Тогда я смогу въезжать в стройку. Угу. Невзирая на оглушение. Так, а я сейчас запасусь стрелами, потому что я чувствую, нас ждет эпическая битва. Да, босс уже близко. Там замок барона, и говорят, что он очень-очень-очень. Ну, я под максимум, считаю, уже забит. Закупка стрел на 1000. Я-то только материалы сейчас из них буду крафтить еще. Так. А, не понял. Почему урон уменьшился настолько... А, 95 там. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Так, резисты, резисты. Fire resist, проверить, какой у тебя может быть fire resist? Immolate improved! Со мной рано, давай дуэль! Рано. Кто ну, там? Не надо так! По порядку ты говоришь. А, ворон не так говорил. Кстати, говори, когда готов. Все, готов. Все ли сходки вовцев проходили в лесу, и такое ощущение, что в лесу в твоем городе? Или это у меня только такое ощущение? Да. Понял. Вход в замок. Неожиданно! Спасибо за палочку, кстати. И нам вот в замок сюда, смотри. Нам в замок? Ну, я даже не представлял. Там стражи, ты аккуратней. Два даже. Элементаль льда. Что же делать против элементаля льда? Это же невероятно. У них наверняка
Резист ко льду. С огнем проблемы. Минимум. Стоит против заморозки сразу щиты накинуть, как думаешь? Они милишные, я думаю. Ну, значит, не будем выпендриваться, правильно? Я сел на стул, сейчас дело стало серьезным. Уже? Да. А ты что, стоя играть? Не круто. Ладно, поехали. А всем вокруг нас дает. Ладно, тогда зажигаем. А мы такие зажигаем. Что-то мне кажется, я боюсь, чтобы стражи не постоянно вызывали големов. Вполне вероятно. Причем голем это... А, такого же левела, как и мы. Окей. А, один уже все, что ли? А как так? Почему на него... Элементаль льда. Вроде одинаковые, а урон прошел очень разный. Так, мне кто-то мешает. Извините, пожалуйста. Нет, это не ты, это лестница. Я не могу туда закинуть ни черта, к сожалению. Ладно, сделаем. Ядовитая хрень появилась в руках у Арцтоцки. Не ядовитая. А что, он не умер, что ли, да? До дальнего ты просто не достал. Ладно. А сейчас ядовитая. Что, а почему не возгорел? Не знаю. Осечка. Блин, вот думал повесить щит. Гори, забей гори, его. Гори. Бэй. Нет. Ну, блин, что же я не повесил-то? Ладно, ты разморозишь. Если не заморозишь сейчас. Хдыщ. И все урон холодом, кстати. Один минус. Ну, я уже пришел в себя. Да хорош, ребят. Ну, успокойтесь. Сейчас ты будешь ходить. А, нет, я. Так, давай, чтобы сразу согреться. Я понимаю, что ты тоже согреешься. А почему? А, если убиваешь, то... Сущность воды. Сила земли. Что, сконцентрироваться не можешь? Ну, соберись. Холодно. Дальше еще идет два стража. Они, соответственно, других големов будут вызывать. Ну, как подсказывает Кэп. Земельных каких-нибудь, видишь, они зеленым подсвечены, или нет? Ну да, у них зеленые эти, безусловно. Они отхилялись-то, погоди. Я в процессе. Я нет. Съем как грушу. Вкусным? Так, ну подходим. Ай. Опять. Очень оригинальные стражи. Почему я не первым хожу? Ну, в этот раз я сделаю все как надо. Раз. Угу. Так, а так я по тебе попаду, да? Ладно, огненная стрела. Огненная стрела немного дамажит, не переживай. Да не, это самое. А что-то не прошел дамаг по второму. Так, заморозка пошла. Я сниму это. Если, конечно, мне дадут поатаковать. Ты можешь на себя водяный щит новый? Да, и сделаю, конечно же. Это раз. Это два. Должно снять теоретически заморозку. Ага. Угу, хорошо. Ну и на этом все. То есть я лучше, наверное, отойду, чтобы они по рейнджу стреляли и не попадали. Ну, в смысле, не замораживали. Они же продолжают атаковать, даже невзирая на наличие щита, правильно? О! Да все, ок, щиты стоят. Заморозить им уже не удастся. Ты бы отошел бы. Эй, какого? Вот да... Хек. А чё ты ходишь опять? Кстати, отойди тогда, как ты стреляешь.
Я потом хочу что-нибудь туда запихать. Может рвануть реально. Да, щит на себя и рвану. Я тебя немножко задену, но я думаю, что ты не обидишься сильно. А, я даже третьего достану. Норм, норм. Скоро левелап уже. Прикольное заклинание, такое ауешное. Если еще влетать на молнии, на скачке, в самую гущу врагу, хдыщ, пдыщ. И все будет вообще классно. Ах, добро. Золотишко, золотишко, сущность воды. Ай! А я-то что лежу? Потому что смеялся, когда я упал. В смысле? I'm freezing here. Мы, кстати, с тобой как это. Один водный, второй не водный. Ах ты! Поторопилась ты. Торопышка. Да я хотел шагом пройти. Но что-то как-то не вышло. Ничего страшного, я вместо тебя полутал. Так, ну, потихонечку подходим. А, и тут барьер, собственно, который мы не сможем открыть. Силовое поле открывается... Поле не отключено, повторяю, поле не отключено. Не пройти. Так, справа молния. Мы нашли заморозка. Главный вход в замок короля, но он защищен каким-то силовым полем. Мы не можем войти, не сняв поле. Возможно, потребуется заклинание. Может, оно у нас есть уже? Заклинание. Приказы. Дневники. Короче, считаем все. Все, что есть. Популярны пирамидах. Приказы Понти. Заклинание отклоняющего силового поля. Похоже на правду. Дневник обновлен. Ну что, поехали. Произнеси заклинание, которое вы нашли у побежденных непорочных. Ха! Изи! Так, и вот мы в замке. Ой, король Барре уже здесь! Так, смотрим, смотрим, что... 12 левел у него резисты 150, 200, 150, 150. Я вообще ничего сделать не могу. Но и три косаря хп. Меня бафать, и я буду по нему стрелять. Чё. Я думаю, что он будет еще не один, так что работы добавятся. Так, справа стражи еще. Как-то активировать, да. Давай попробуем стражи сначала убить. Так, по стелсу, ну, вперед. А, их нельзя убивать, их можно, типа, заюзать. Давай попробуем заюзать. О, щит получаешь. У меня сопротивление в воде. На три хода. Ага. А наверху, соответственно, огня, земли, и у тебя воздуха должно быть. Ну, значит, он будет самонить. Yeah. Так, но все равно, а как убивать-то его, ё-моё? Давай с двух сторон заходим, и понеслась. Блин. Так, ладно, мне надо, наверное, накинуть... На тебя баф скорости. Поехали. И... Может поговорить сначала? Ну, ой! Я поговорил. Замедление. Король Барей. Говорят, талантов у него нету. Смотри, что делаю. Так. Так, ну... Вообще ничего не, не изменилось. Надо его с руки бить. Может посох взять в руки реально и мочить его просто, но там тоже стихийный урон. Сейчас я смогу с себя снять замедление, насколько я понимаю. Да, замедление сниму. Главное не забыть это сделать. И взять какой-нибудь... А может на него палочка будет действовать, которая убивает с этого раза голема? Попробуй. Но он не дуб, поэтому он не уверен. Дуб? Она у тебя не одноразовая разве была? Нет, три заряда. Ну попробуй ее сначала, хорошо. Палыч, я по этому товарищу вообще ничем не могу. Если только взять меч и с руки бить. Но это чушь какая-то. Блин. Ладно.
Вдруг халява сработает. Не, не сработает. Ну, тогда я сосредотачиваюсь на бафах тебя. Снимаю, во-первых, с тебя замедление. Кидаю на тебя бонус с уроном. И... желаю удачи. Понял. Ну реально, что, что еще могу сделать? Все. Я подошел, мне кажется. По статуям сейчас бить нельзя. Кстати, может быть, у них поменялось здесь что-нибудь такое. По статуям как, по стражам никак. Может быть, каждая статуя каким-то образом снижает его резисты, если... Подожди, на статую сейчас можно. Посмотри на статую за твоей спиной. Ты можешь по ней стрелять сейчас? Стрелять я и до этого мог по ней. Надо попробовать уничтожить. Ну, то есть, если у тебя нет сумасшедшего физурона, что ты три косаря у него снесешь, то я попробовал найти альтернативный путь. Да, попробуем. Да куда ты стреляешь-то? О, урон проходит. Что он делает? Ой, все замерзло. Постараюсь. Так аккуратно, да, ходи. Что это? Это элем, кажется. Элементаль. Да, в общем, надо статую ну убивать. Вот ты будешь по... работать о... по элементалям. Нет, ты не будешь работать не по элементалям. Гьёб ПРСТ. Ладно, то есть пошел. Зажигай, разморозь, а я там уже сделаю и побегу вниз убивать статуи. Вообще предлагаю ход и инвиз сделать, для того, чтобы... Спасибо большое. Ход инвиз и разбежаться по углам просто. Причем сейчас, например, разбежаться по... Я вниз побегу, чтобы убить морозную хрень, например, да? Нам-то, в принципе, хватит... Так, не замораживать. Стоп. Ребят, ну что вы делаете? Что вы делаете-то? Ироды. Капец, заморозка. Ну, я гуф, короче. Ну, это ладно, это не важно. Главное, ты в инвизе. Понятно. Так, ты можешь споткнуться, это раз. Может быть, по шажкам, если идти, но не, не факт. Понятно. А, у него, то есть, каждый цикл... Идут разные стихии. И я проявился. Угу. А, короче, ну в общем, надо держаться. Надо работать. А у него не меняются каждый ход эти резисты? Надо, короче, перед началом боя уничтожить статуи огня и яда. Они самые оттоми, судя по всему, значит, будут. Потому что они инвиз проявят нам. Мне заморозка кажется, что... это просто пол заморозит и все. У него могут меняться резисты от раунда к раунду. И, возможно, уничтожение статуи нам ничего не даст, в принципе. И просто нужно держаться не вот рядом с этими круглыми, где там огонь или лед расползается. А вам рядом со статуями, да? Да, где-то рядом со статуями. Причем посмотрим. Держаться по статуям по тем школам, которые он использует. То есть переходить от одной к другой. Но как-то проблема так. В том, что... А, они по кругу идут, да? Угу. А чё я почему? Когда мой ход уже будет? Понятно. Два хода заморозки. Reload. Вот жалко, что не удалось проверить вот это вот утверждение, что у него изменяются резисты от раундов. Если это так, то вообще механика меняется. Если не так, то... Пойдем к заморозке. Пойдем к заморозке. У меня, в общем-то, три типа щита по разным стихиям. Они и так есть. Если нужно, я могу их наложить. Будем пытаться убивать сразу заморозок? Ты не, к огню не, идешь? Не, убивать ничего идешь. Не будем. Окей. Ничего не будем убивать. Бафаю тебе урон. Даю тебе скорость. Блин, надо было щит на тебя наложить сначала. Это было глупо. Сейчас сниму с тебя. Добежал. Так, снимаю с тебя заморозку, правильно? Угу. И по нему огнем.
Если у него резисты 100+, также остались, то смысла нет. Да, резисты у него не поменялись пока. Но он еще не вызвал этих элементалей, поэтому... Я, наверное, себя тоже щит сделаю против заморозки. Давай. Дальше апну тебе... Ничего больше тебе не апну, у тебя и так практически все хорошо. Работаем. Угу. Вот надо будет тот момент, когда он вызовет элементали, обязательно проверить, поменялось ли что-то у него в плане резистов. Это тот же самый снеговик, судя по морковке гнутой. У них, видимо, у всех такая тема. Угу, гнутая морковка. Так, понизил я ему там что-то. Дыхание ледяного Борея. Сейчас посмотрим. Исцеление пошло еще. Да брось, ты ничего не сможешь. Извиняй. Так, смотрю. Резисты остались теми же самыми. Угу, то есть просто мы бегаем тогда что? Бегаем, убиваем вот эти вот штуки, наверное. Какие? Ну... замерзших стражей, наверное. Да не, это ходы только тратить. Я предлагаю просто бегать от него и по нему стрелять. В смысле? Ты ж... А ты как ты его будешь... Как ты его будешь убивать для начала? Стрелами. Серьезно думаешь, что получится? Ну, долго будет, но в перспективе... Блин, что-то мне этот план немножко не очень нравится. Отлично. О, неплохо. А что произошло? Взрыв всем вокруг. Огнем. Но больше я сделать ничего не могу. Лучше отойду чуть-чуть. Я все равно делать ничего не могу. Давай я лучше один какой-нибудь страж убью для проверки чистым. Ты неуязвим к заморозке, еще будешь пару ходов. Скорее всего, он вызовет огонь через ход. Так что нам бы... тебе, может быть, даже лучше на лестницу потом забраться, чтобы до тебя огонь не достал. Потому что влево ты не уйдешь из-за ну, скользкой темы. Она растает на огне. Ну, она... То есть ты огонь тогда получишь. Попробуй его физухой бить, как ты хотел. Вот я поэтому и говорил, что ты не... А я не знаю, как сделать так, чтобы она не бежала в этом ходе. Она будет подскальзываться с нокдауна. Блин. О, а кто это там его сзади? Водная защита. А, он повызывал еще... Вызвал защиту огненную. Что делать, что делать? Скажи мне, что делать. Фрагмент льда все равно отдастся, когда он кастанет огонь. Элементаль льда. По меня ты не поднимешь, да, скорее всего? Маловероятно. Давай есть... оглушение пробуй на него и оглушение? На... Оглушение? Какое оглушение? У него воздух 150. У него все 150, но вода у него больше. Ну, я лучше мелких поубиваю, чтобы не мешали пока. Потому что, ну... Да его... они просто отдадутся, когда он огонь создаст. Ну я пойду тогда этот бить направо. Сейчас огонь пойдет. Нет, еще рано. Да? Ну да. Заканчивается, кстати, действие щита. Чё ж, я лежу... А, стоп, у него ХП снимаются. Когда мы, видимо, убиваем его миньонов, у него снимается ХП. Ага, то есть его бить не имеет смысла? Да. Давай тогда... Разбегаемся. Да, иногда он два хода только. Давай я на тебя огненный щит повешу, так чтобы тебя не демеджило уже в следующий ход. Если только мы уверены, что в следующий ход у тебя будет... А, нет, с тебя все равно уже снялся защита от огня. Ой, в смысле воды.
Короче, нормально все. И на себя я тоже, наверное, делаю щит такой. Пытаться водяную защиту убить. А сейчас-то зачем? Сейчас огонь будет уже. А ты уверен, что она исчезнет? Кто? Защита водяная за ним, которая... А, скорее всего, она меняется, мне кажется. Ну, иначе все четыре раза это было бы жирно сильно. Я пробить не могу все равно. Ладно, я попробую тогда... А некуда уходить. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Я не знаю, что делать, прости. Да, просто ничего. Не знаю. Ну, давай шажок. И по защите. Неплохо. Угу. Так, пошел огонь. Щит спасает. Заценил? Угу. Классно. Огненные элементали пошли. Вот это плохо. То есть он продолжает бить морозом. Вот это проблема. Причем он бьет морозом бонусным. Ты встал. Твой ход будет следующим. Сейчас можно сделать... Ага, мелкие элементали. Раз, два. Стеночкой, наверное, отгоражу. Ты можешь... не отгоражу, я хочу сейчас по нему веером пустить. Ты можешь заняться мелкими, потом отойти, потому что я в щиту и могу идти в инвиз. В щите. Я его подлечил, кстати. Отличный. Ну, я мелких сзади по дэмэджу, огненной защиты уже элементали биты. Сейчас замораживать буду просто всех, кто под руку подвернется. Этого и этого. Ближайшего так заморожим. Я могу, кстати, тоже в инвиз идти. У меня есть... Да, наверное, давай сейчас выберем место. Может быть, даже пойти на следующую стихию. То есть, если он сейчас работал по льду, сейчас огню, можно в левый верхний угол к земле потихонечку двигаться. Пока мы можем туда двигаться. Как думаешь? Давай, ладно. Земле... Инвиз. Я хотел в любом случае веер проверить на нем, сколько у него зайдет. Окей. Ну, я бы убивал просто элементалей, на самом деле, если... Потому что ты вряд ли... Посмотри у него броню, если она там 120+, то стрелять смысла нет. Будет выстрелы по 15, по 18, и урона не будет. Какая у него защита? Броня у него 158. Ну, как бы, все плохо. А у демона сколько было? Ну, 110, 120 максимум. Ну, и тем не менее, то есть я им 800... Ну, хорошо, да, давай, давай, да, давай, проверь. Давай. Хорошо, проверяй. Там твоя, блин, заморозка мешается. Да как мешается, она же... Ну, как бы часть дамага попадет, а часть мимо пролетит. Я вот к чему. Хотя я могу вот так сделать. Да вы, батенька Аркадий. Ну, ты успеешь в инвиз уйти? Да, ходов у меня еще дофига, я могу даже еще подойти. Не надо, не надо, не надо. Не надо. Вот теперь все по нему. Давай. Нам еще к земле обязательно нужно подойти, просто потому что у меня нет... О, хорошо, дамаг, да, прошел, действительно. Нам к земле нужно подойти, потому что у меня нет щита против земли. То есть мы там... Нам бы его просто вручную со стражи взять. Еще раз, что? У тебя нет щита к земле? Да. Три стихии есть, четвертый нет. Поэтому нам нужно в левый верхний угол бежать. Угу. Ну, вроде все хорошо. Ой. Я проявился. Я боюсь, я тоже проявлюсь. То есть фит не, щит не даст достаточно урона. Ну, я не горю, я не знаю, почему я проявился. Потому что ты просто дамаг получил ходящего огня. Угу. То есть он тебе сопротивление дает, да, невосприимчивость к горению, но дамаг от огня, когда ты идешь по нему, ты получаешь все равно. Какие мысли? Я могу ухильнуть тебя, я могу ухильнуть нас обоих на этот ход.
Могу дождь сделать, например, чтобы резисты к... Ну, попробуй, не уверен, что это потушит что-то, но... Но нам пока это не столь критично, вот в чем дело. Нам бы элемов убить, если честно. Но элемов что-то как-то... Ну, чем их дэмэджит? Вообще непонятно, чем их дэмэджит. С руки разве только? Ладно, хил в любом случае на тебя. А если будет дождь, то хил будет дешевле. Ладно, давай дождик тогда. Понимаю, что это, возможно, ошибка. Но тогда я смогу дешевле. И побежал в туман, скорее всего. Но нам нужно уже на следующий ход быть наверху. Да-да, резисты есть. Хочешь, о, хорошо. Мы прям бежали, да? Ну, я хочу, чтобы ты бежал и местами отстреливался по возможности, чтобы у него ХП снималось. Но уже не отстрелишься тогда, я понял. Блин. Капец. Через пирамидку рекомендую. А. А которая земляная? Есть... Ну, вверх тебе нужно бежать. Вот сюда вот. Не яд ли? Ну, это яд. Земля это и есть яд, насколько я понимаю. Беги, я уж через пирамидку к тебе. А почему у тебя... А, у тебя щит поглощает. А, как так? Нокдаун на два хода? А где там подскользнулся-то, господи? Я тоже не понял, там какие-то... Там лужа в кустах, походу, была или еще что-то. Того. Через пирамидку ко мне прыгай просто и все, тут даже не думай. Я и понял. И стреляйся, чем есть, потому что очень они до нас не дойдут. Я могу камень сажать, на самом деле. Кровавик. Блин, надо было сначала прыжок надо сделать. Было... А у тебя зелий вообще, что ли, а нет? Нет зелий. Блин, у меня их 7. А, нет, 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 есть, я же подобрал, господи, забыл, сори. Все, точно. Есть зелье. Да их и не, несколько раз можно юзать, если ты как бы... Есть еще очки действия. Я бы тебе предлагаю выпить все, что есть. Так, я чуть-чуть отступлю. Нам нужно еще прикоснуться к этому... Замечательному сооружению. Mm-hmm. Чем такой медленный? А там пол какой-то. А хотя нет, не факт. Что примечательно, у самого этого Борея у него же только льдом урон. А вот земля пошла. Скриптовая скотина, яд. Но мы видишь, в каком месте, практически безопасно. Так можно ничего и не брать тогда. В смысле, что... там же сейчас элемы появятся еще. Они не физуроном бьют. Сейчас будут все заклинания школы земли. Оглушение, элементали, вся вот эта вот лабуда. Поэтому надо прикасаться вот к этой хрени, сияющему стражу, получать щит, видишь, я получил сопротивление земли. И теперь работать соответствующей школой по элемам, которые рядом. В частности, молниями нужно работать по ним. Как-то так. Как-то так. А, у них еще в воде нет сопротивляемости, то есть можно, наверное, даже еще заморозить пацанов. А те огненные почему-то не отравились. Да. А, они летают, потому что окаменение, здрасте. Это несмотря на резисты и щит. Два хода я кукую. И я ты кукую со мной тоже, да. Столько же. Мы вряд ли переживем. И заморозка еще. Понятно. Не-не-не, сейчас давай посмотрим, что будет дальше. Что он еще умеет. Опа. На самом деле у меня есть предложение просто не уходить никуда от... Статуи с заморозкой. И принимать всех элемов без дополнительных резистов. То есть, чтобы у нас всегда просто было оружие против него самого. А почему он как-то так странно пошел?
Потому что, видишь, основной урон все-таки наносит он. Если мы будем сейчас кидать щиты по... Ну, бегать... Во-первых, бегать не очень прикольно. Угу, короче, давай встанем просто рядом действительно с этой заморозкой, будем кидать, тыкать, получать 50% резиста от него и убивать элемов. И все. Все будет ок. А то больше одного щита висеть не может, насколько я понимаю. То есть каждый новый щит снимает другой. И уже воздух пошел. То есть видишь, мы как про... Капец. Еще тут народу тут дофига. Я смотрю. У тебя инвиз как, откатился? Че бы, вдруг бы. Нет, конечно. У меня откатился просто. Ну вот у меня просто он на 5 ходов, у него перезарядка 8 ходов. Угу. Так что... Наведи, кстати, на босса. Да, у него еще сферки эти скопились. Ускорение не воспринимает. А, у него постоянно еще хилы, ускорение, парение. Это из-за этих огненных защит и прочей лабуды, которые вокруг него находятся. Вот из-за чего. Это что такое? А урон, ты думаешь? Сейчас урон нам нужен здесь? Да, я, пожалуй, уйду красивым. Понимаю, что ты не уйдешь. Понимаю, принимаю это. И просто сделаю... Вот. Ну, на этом все. Мы прощаемся с вами, уважаемые. Иди, давай. Я тоже хочу уйти красиво. А, так это... Чего там? Сейчас у меня есть один порох. Завалявшийся. А, ну вот так вот всего лишь. Фи. Ладно, тогда я просто буду хренью страдать. А, не, я сделал сначала вот так вот. Потом я сделал вот так вот. Пойму, что я зря это сделал. Добро. И отдаюсь. Ну, красиво. Надо не забыть перед началом битвы еще шлемак починить. Ну что, у меня уже практически сломался. Ну, понятно, очень любопытная механика у босса. Действительно представлены все заклинания, все школы. Скинул тебе шлем. Сейчас я тоже отремонтирую. Заодно. Статуи дают не только резист, но и баф по своей школе магии после... Есть резон ставить у статуи противоположной стихии. Да мы не успеваем просто это сделать. Да, бегать это мимо точно, надо по... Тем более, у босса остается все-таки основной, он damage dealer, и у него мороз. Вот, он бьет им постоянно. Поэтому так, если что мы... там тебе надо было? Шлем я тебе скинул. А, и все, да? Да. Земля, воздух. Сейчас нужен огонь, наверняка посох огня. Которого нет. Направо давай, куда ты пошел? Так мы же к заморозке. А, я не у заморозки. А там как сначала огонь? Заморозка, потом... огонь. Вода, да? По кругу. То есть нужно огонь. Или. Не, пофиг. И так сойдет. Все равно заклинаниями основную часть буду мочить. Че, работаем? Ну работаем, что ж делать. А, подожди, сначала щиты на наложить, а то сейчас... Да, на заморозку мне, начнем. Пожалуйста, щит. Ну, ты мы можем, там кстати, можешь тыкнуть... стоять внизу, а я его тыкну и уйду назад. Okay. Водный щит ловим. Угу. Все, ты... А, ты говоришь еще с ним? Да. О чем? Что он говорит в двух словах? А ты можешь... Довольно час нашей битвы давно пробил. Замедление. Сниму замедление с тебя.
Я еще не в бою, кстати. Могу с тебя замедление прямо сейчас снять. Да, тогда. Подожди, я еще баф. Ага. Я вот боюсь, что я поскользнусь. Ты подскользнешься, если будешь двигаться. Я аккуратно. Ну, это вопрос спас-броска исключительно. Не, БСП один ход щита оставил все-таки. Вот, он вызывает сейчас заморозку по полу, вызывает элементалей и защиту от соответствующей стихии вокруг себя. Не, не вызвал лемов. Ну, бас. А, не, вызвал рядом с тобой. А где большой? За тобой он стоит. О, это так, так даже лучше. Так, я беру защиту из этого, раз щит теперь у меня тоже есть. Я делаю баф все-таки на себя. И делаю, наверное... Ладно, касание тогда. Нам нужно просто в 2-3 хода убить все, что здесь вокруг есть. Вот это задача. Желательно не перемещаться тебе, чтобы не рисковать в плане... Вот смотри, мы нанесли урон по этому элементалю. Урон получил Борей. У него уже так прилично снято. Где-то 1/8 часть. Ты нанес урон. Ничего не произошло. Ничего не произошло пока. А ты водой, что ли? Нет, ты огнем должен был наносить. Я ей стреляю огнем. Слушай, ну я его, наверное, не убью. У нас нет пути назад. Сейф прожат. Ты меня пугаешь немножко. А, стоп! У тебя щит спал. Блин, тебя сейчас заморозить могут. Нет, могут. Должны. Как не должны? А, один в паре, второй лежит. Заморозка вот могла сейчас пройти. Что-то такое. Так, ну мне тебе помогать, судя по всему, не нужно, да? Да я лучше буду... Вот водную защиту бы убить. Блин, ты что, смотри на него, что не смотри. Все равно все. Я за него не могу проатаковать. Так, минус Лем. Ему урон не нанесся. Значит, это не связано. Может, тогда, когда он стихию вызывает, он стабильно теряет какое-то количество здоровья. Как вариант. Попробуй по этой, по водной защите. Он преграждает мне путь полностью. Если только АУЕ, а я не хочу его... А портнуться к ней? Портнуться там... Там лед. Ну хотя, да, ты наверное, не стоит. Падаешь, когда портаешься. Мне на тебя, может, щит кинуть против заморозки? Такой вопрос. Ну если у тебя хватает ходов, пожалуйста. Водный щит всего 2 очка действия из-за того, что я на воде стою. Поэтому я думаю, это правильное действие. Ну и тогда я действительно пытаюсь пройти за спину к нему. Только вот так вот надо сквозь. Так вот. Ага. Окей. Ну, на этом все. Действуй. И учитывая, что этот ход... А может быть след... Может быть этот ход... Надо было посчитать количество ходов, когда у него цикл срабатывает. То есть когда огонь появится, грубо говоря. Когда лавой все за огнем зальет. Потому что мы с тобой близко находимся к источникам этим. 198. Я должен я тебя убить, тварь. Да как же так? Ты, по-моему, козлина какая-то. У меня даже брони нет. Как вот это? Почему? Не знаю. В разделе видео сюжет с игропрома с Майкером. А Мелисорис, да, действительно поймал на мероприятии по Warface. И нормально.
Короче, в этот ход надо уже идти. Идти да. к опять так к этому на месте стражу. Торнадо? Так, защиту я у него убил. Эту новую. Точнее, старую. Можно торнадо, кстати, да, запустить. Чтобы пройти. Или лед растопить светлячком. Ну тогда я тебя подожгу. Вообще. А, мне зачем меня поджигать-то? Ты поджигай свой путь. Зачем? А, я могу. О, сейчас вообще хорошо будет. Вот так вот раз. И вот так вот два прям до тебя. Не должно достать. Но у тебя будет такой сноровительный спокойный путь до... Ай, поджог. Прости. Ну я прям... Короче, не буду объяснять. Все было не так, как я хотел. Могу хилку кинуть, но вроде пока в этом нет потребности, пока правильно? Нет. А почему я так сделал? Я накосячил. Прости. Ну мочи этих добивай. Пробуй. Будем надеяться, что при вызове он теряет еще часть своего здоровья. Да, блин. Что за бред? Беги тогда к этому, к защите лучше. Потому что здесь лава, скорее всего, будет следующий ход. Блин, ну, капец. Да. Меня сейчас охладить. Охладите, пожалуйста, меня, давайте. Заморозку. Отлично. А что у него охлаждения нет? Ой, я не успел уйти. Как это меня весело. Замедление еще. Через пирамидку. Ходы жалко. Тем более рядом со мной сразу элементаль, которого можно проатаковать. Но сейчас заморозка нужна, да? Вода в любом случае. По воздуху у них есть резисты. Вода минус 100. Слушай, а если я их хилять буду, по воде им урон будет наноситься? Если что, ты будешь делать? Хилять? Да, лечить их буду. Не понял. Но у них минус резист к воде. Вода — это лечение, школа. Гидра. Если я буду их лечить, то... Ну, это интересный эксперимент. На нем тоже просто лечение висело. Но пробуй. Это как бы эксперимент. Мы же должны узнать, что там как. В любом случае он фуловый, поэтому ну, просто не будешь его атаковать. У него не снялось ХП. Такой вот казус. У нас щит, у меня щит закончился. Угу. Против него к заморозке. Блин. Ладно, я кидаю, наверное, на себя тогда щит. Водный. И бегу к статуям. Водный? Зачем? Ну, потому что он все еще бьет водой заморозку, боюсь. Как-то так. Удачи. Я бы вас выцелить-то всех тварей. Как его убивать, кроме твоими выстрелами с сериями? Не совсем понятно. Как он вообще потерял ХП в самом начале? Что сейчас произошло? Ну, умер мелкий, рикошет вроде а. Был. Ты, видимо, не рикошет хотел сделать. Не, я хотел, просто не показался дамаг почему-то, поэтому как бы... Так, теперь они два противоположных товарища, как мне с ними быть. Огонь, рубящий урон. Как ты думаешь, мы сможем очаровать элементаля? Что-то мне подсказывает, что нет. Мы его уже очаровывали, если помнишь. А, да. Ну, тогда давай это что. Работаем. Да, он мог помочь. Отлично. Сейчас как раз его ход. Ой. Ой.
Ну, отлично, на самом деле. Этот ударит сейчас тоже. И сам вскоре умрет. Блин, похилял он его, дебил. Извините. Наказано. Слушай, отличный вариант. Жалко, я не могу стрел понаделать. Офигительно. То есть мы просто бы элементали очаровывали, они бы друг с другом сражались. Угу. Отличный план, я считаю. Да, согласен. Только мне ремесло нужно до пятерки, видимо, апнуть, чтобы нормально крафтить можно было. Или до четверки. Я защиту вытащу к тебе поближе. Потому что ее... Эй, куда она прокатилась, я не понял. Скатился. Так. Так, так, так. Нет, просто лишнего, наверное, будет. Давай я просто... Сколько у нее там осталось? А, у нее еще броня, блин, есть. Но один выстрел-то вряд ли что-то сделает. Там еще два элементаля огня заморожены под стенкой, но они рано или поздно придут в себя. Так, король. Король. Серия, что ли? Ты элементальными стрелами собираешься на него стрелять? Прикинь. Наивный. Ну, давай. Еще похиляем его. Я... Там еще что бы это будет. А, все сложно, короче. Ну, как бы босс. Ай, спасибо. Тебя оглушилось, да? А ты в воде, что ли, стоишь там? Так, в следующий ход он вызывает новую школу. Тебе нужно обновить чит против него, чтобы не быть замороженным и не получать сильно по лицу. И желательно убить элементалей, которые находятся за его спиной, хотя не обязательно. Обновить щит, который рядом с тобой, замерзший страж. Я имею в виду этот щит. Но до него уже долго идти, поэтому... Так, когда же у него хп-то снялись? Почему у него хп снялись тогда? А что, дым рассеялся, что ли? Лол. Появляются лемы земли. Что-то у него все хп больше и больше. А у нас меньше и меньше. Есть такая тенденция. Этим воздухом надо бить. Угу. Воздух, воздух. Я обновляю щит, во-первых. Во-вторых, наверное, пытаюсь застанить кого-то из мелких. Да, потому что мелкие кастуют все-таки. Неприятный. Больше мне ничего нет. Только заморозка. А, еще защита у него появилась. А где элементали? А, огня далеко. И не оглушение у них. Я могу заморозить, попробовать дальнего элементаля земли. Он же замораживается, правильно? Замораживается. Но все плохо. У него хп не отнимаются. И не ясно, как его пока убивать. Можно хотя бы один цикл пройти, то есть последняя школа там осталась. О, прошло. Минус мелкий. Ага. Ну ладно, хоть покучнее встали. Окаменение же еще, точно. Вот сейчас проперло. Этот открыл. Заморозка не... А, замедление. Могу снять замедление на свой ход. Я под щитом. Оно на мне не работает. О, отлично. Так, то есть здесь земная защита. Здесь фрагмент элементаля огня, которого нужно водой. А защита от земли.
Воздух, воду его, в общем, можно попробовать. Или подстанет. Блин, что делать? Ладно, этого заморожим и урон нанесу. Тебе бы щит водный сделать в следующий раз. А он по тебе будет бить же. Да? Я хиляюсь тогда. И, наверное, консту повышу. Или с руки лучше. А, до этой цели. Элементаля земли я могу попробовать убить. Ты можешь его портнуть куда-нибудь лучше туда, в яд. Ну, в смысле, от меня подальше. Нет такой опции. Могу прыгнуть и попробовать застанить. Да он пока-то... Заморозка, два хода. Не, я имею в виду ближних вот этих вот, наверное, верный ход все-таки вот так вот. Но я, правда, не уверен, что... О, ты отлично прыгнул. А что ж он так гад? Так, сколько у нас тут кого? Мало хп, мало хп. Они все одинаковые. Да, все битые, очень битые. Элем большой нейтрализован, этот оглушен, самый... Опасный сейчас элементаль огня. Ты хочешь пооркадить немножечко? Не-не-не, я хочу хотя бы цикл пройти, не гуфаясь пока что. Поэтому надо полномерно их убивать. Я хотел пооркадить немножечко тут просто. У меня нет просто спелла такого, чтобы продамажил одного, а второй как бы остался неподхиленным. Да, он просто тебя стрелами. Наверное, тебе нужно физикой пытаться просто короля потихонечку долбить. Потому что, кажется, мы не наносим... Я не наношу никакого по нему урона, не могу его наносить. А вот сейчас по тебе... Вау! Так, Элем земли пришел в себя... Щит против заморозки на тебя сделать. Делаю водный щит. Можно еще ради эксперимента попробовать снять у него. Так, давай я на тебя еще баф кину. А кто еще остался? Огненный. Ну, табу, ну, это тильда нажми. Да, тильда помогает. То есть большой и мелкий, далеко замороженный, плюс земная защита, для которой не достать. Могу попробовать резист снять. Вдруг на него подействует. Хотя маловероятно, но проверить-то надо. Сопротивление понижено. Не лучше. А, на него яд сейчас действует. Очень хорошо. На кого? На короля Барея действует. Да хорошо, ладно. Яд. Это насколько хорошо? Минус 20 у меня резист к яду. Чего ж ты мне не сказал? Так я не видел вообще, что там яд был. Его не было. И сейчас резист, когда понизил, увидел, что они появились. Ну тогда хиляй... А, ну это понятно. Мне, наверное, нужно тогда попробовать что-нибудь типа этого дротика отравленного, да, или свитки, которые наносят урон. Паук же тоже яд, да, наносит, или нет? Ладно, это проверим раз. Блин. Сейчас палочки. Я быстро проверю палочки. Кажется, была палочка с ядом. Живая вода, не ломается, волшебный. Вот, отравленный дротик. Хорошо. Его и вместо, скажем, не знаю, вместо земли. Достаточно очков действия. Вот и поиграли. Яд. Причем яд чистый. Не поджигая его при этом, чтобы он не лечился. Ну, надо отойти тогда, блин. Потому что я по себе заеду еще. Черт.
О, хорошо. Потому что урон, который появился в самом начале, это то, что ты ядом, наверное, первый ход всегда начинал? Вообще, да. Нет, в этот раз я не первый ход. А, вот так вот, да. Слушай, у тебя проблемы есть. Что это? Грозовых туч? Что же у нас? Очень тесно стало как-то. А как заморозки, если у меня щит был? А вот так вот. А, к яду у него все так же фигово. То есть его просто ядом бить. Постоянно надо было бы. А... Тебя надо разморозить, наверное, как-то. Ну, было бы неплохо, да. Я накину пару щитов. Против молнии оглушения, соответственно. А, нет, я тебя никак не разморожу. Мне заблочили. Все, мы там в толпе стоим. А, и молотова у меня тоже нет. Вот такие пироги. Прикольные. Нет, я могу продолжать бить его ядом, посмотрим, к чему. Да мы не выживем, если ты будешь просто его продолжать бить ядом. Тут много мелких элементалей, которые наполовину битые. И лучше их убивать уже. Всех мы их не убьем, хотя... Так, где они находятся? Этот сзади, этот рядом. Тоже рядом. Капец, столько народу тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек. У нее еще две защиты висит. Давай я дым попробую кинуть. Учитывая то, что они все нас окружили, это как-то вообще... А, ну рейнджевики, по-моему, не могут стрелять. А кто тут рейнджевик, извини? Вот мелкие, они все рейнджевики. Они же все рядом с нами, они будут стрелять. Если они рядом с нами уже стоят в пределах клетки, то они будут действовать. А, я могу попытаться всех оглушить. Видишь, у меня все сплэши, то есть сейчас я в гуще событий, и все мои стрелы будут дамажить и меня, и тебя. Хоть у меня их и дофига, но... Как бы... Рикошет, веер, что-нибудь такое. А, на нем заморозка. На ком... А там половина погоди. Замороженных. А, так это, надо сейчас это... Я тоже заморожен, в общем-то. Ищи дерево и грузись, говорит. А, на всех заморозках. Кроме вот этого товарища. Ну давай попробуем немножечко поаркадить. Можешь Борея бить, да, кстати. Че, не вижу его, что ли? Такой лол. Такой фарш тут. Надо избавиться от всего. То есть я этого даже не могу ни в кого стрелять, потому что меня перегородили вот два элементария, я кроме них ни по кому не могу работать. А ты в меня точно не можешь огнем никаким? Я вообще по лам не попадаю. Видишь, передо мной висит вот эта арба, угу. И она все блочит. Может, молотова какой-то закинуть там так за... Нет, молотова. Угу. Как бы все очень неплохо, очень нехорошо. Складывается. Даже прицелиться не могу нормально. Ну что тут, в любом случае, как бы тут ГГ, поэтому экспериментим. Наверное. У меня есть какой-нибудь свиток прикольный. Напоследок, так сказать. Интересно, на босса Silence кастуется или нет? Да ему-то пофиг, в общем-то, на... Ну, хотя, может, и сработает. Ну, Брамир, да, я видел этот скилл, но сейчас его нет, в общем-то. Есть только в свитковом варианте. Что, типа, вместо хила на цель работает, наносится урон ему. Это в школе, кажется, чародейство такая тема была.
Так, этот лежит. Я юзаю хилку. О, а чего он не станет-то? А, парит. Понятно. Блин. Да как заморозка-то? На тебе же щит был. Я пришел в себя, сейчас тебя разморожу. Точно. Точно прям разморожу тебя. Со щитом новым. На себя хиляй тогда. Ну, или в инвиз уходи. Можешь в инвиз уходить и зельями. А что у воздушных товарищей? Вода, да? Вода. Воды. Давай мы можем оба в инвиз уйти, кстати, сейчас. Угу. Да, можно сделать так. Мне не хватит ходов на хил и инвиз. А просто инвиз тогда нужно делать с чем-то за 4. С чем за 4? С молнией, например. Молниям дорого. А, за 4 могу с этим, со скоростью. Раз. Для вас. Ну да. Но они ж не пропадут, понимаешь? Они будут здесь. Тебе двигаться особо нельзя, потому что у тебя под ногами лужи. Перед инвизом ты кого-то можешь ударить? Я у тебя хочу. Баф по урону есть. Я хочу, но боюсь, что по мне попадет. Ядовитое облако? Ну. Угу. Ну, выцеливай. Да, тут не выцелишь. Они все так плотно, близко друг к другу стоят. Ладно, короче, делаем вот что. Так, это сколько еще раз? Это 7, остается 6. Это 4. Так, все характеристики понижены. Я подлечил его. Я его не лечил, это у него ХП уменьшилось. Понял. Это стоит 2 хода останется, инвиз стоит 3 хода. Вот это я, конечно, отлично сделал. Ладно, тогда просто стреляем обычной стрелой. Понятно. Окей. Смотрим, что сейчас. О, они распадаются со временем. Эй, а как я... Он распался и ядом тебя. Класс. Просто класс. Я прям счастлив. Такой продуман. Так, Борей призадумался. Надеюсь, он... Да. Я, короче, тебе сейчас кину парочку зелий. Каких? Хиляющих. У меня есть хил. Есть хиляющие 4 зелья? Ну, мало есть зелий хиляющие. Если есть средние, то от средних не откажусь. Вообще, есть. Кровавик прожму, на самом деле. Просто. Ну, окей, ладно. Восстановлюсь полностью, скину всякую лабуду. Окей. Попробуй короля Борея пытаться дэмэджить. Или... Ну, или лемов мелких, но я не уверен, так я что... хочу сейчас еще чуть-чуть отхиляться и потом ворваться. Окей. Тогда я буду терпеть, получается. А у меня все равно ходов нету, видишь, я же адреналин тогда прожал. А! Что я сделал? Что произошло? Что происходит? Почему ты резнулся? Я... Умер, резнулся, и тут еще какой-то урон кровавик пошел. Кровавик прожал, что ли? Я прожал кровавик, да. Ну, возможно, это и произошло. Он что-то сделал. А почему я ход потратил-то при этом? А ты прочитал, как это работает вообще? Нет, я не читаю такие вещи. Понял. А, мой ход. Теперь, элементаль льда. Элементаль льда. Опять чтобы меня заморозили, я водный щит на себя. Раз.
Но вокруг дофига всего. Воздух, лед. А воздух к огню вроде как хорошие резисты, да? Нет, никаких резистов. Давай попробую сейчас сжечь все к чертовой матери. Тут сплошной лед. И... может и зайдет. Ну, учитывая, раз, что у нас аватары, морозы и водные щиты, огонь не самое удачное решение. Так, ладно, а если я тогда тупо взорвусь, тебя задену. А тут мы по-любому задеваем друг друга, так что. Фаербол в себя. То есть можно задевать, да? Ну да, у меня фул хп, поэтому. Но это будет больно. Давай. Я на себя щит тогда. На тебя щит, хорошо. Чтобы... А, они стакуются, что ли? Почему на мне? А, потому что нет, там щит, а там аватар. Да, это разные, кажется, вещи. Ладно, поехали, посмотрим, что будет. Вроде неплохо. Там подохло сразу. Кто-то подох, кто-то не подох. Меня застанили на два хода. Вот и все. На этом мы прощаемся. На этом наша полномочия. Да погоди, они сейчас не знают даже, что делать. Скорее всего. Они пока тебя по щиту бьют. Капец. Да хватит. Да хватит. А еще оглушение. Ну, сейчас ты будешь ходить, да. Да, хочешь, я за тебя отомщу? Не, не надо. Тебе бы щит поставить новый на статуе, иначе ты уйдешь от удара Барея. Но мне кажется, надо, в принципе, стратегию немножко видоизменить. Вот, да, вот в сторону физурона и ядом по нему. Она же не действовала только что. Щит, говорю, с тебя спал. Я говорю, щит тебе нужно наложить на стражи. Главное, что бьют меня. Блин, да ты достал. Я огонек пошел. Блин, жалко, у меня как бы КД 6 ходов на вихрь. Ну-ка, на инвиз сколько? 8 ходов. Теоретически можно кастовать вихрь, что-то сделать, уйти в инвиз и подождать, пока откатится просто. Он спамить будет самонов просто в этот момент и все. Они же потом исчезают, нет? Ну, видишь, они что-то не исчезают. Бум-бум-бум. Я посмотрю, я предлагаю в город взять мне пару кастов, чтобы быть полезней. А тебе затариться стрелами с ядом. Для того, чтобы... Они у меня есть, они просто по радиусу бьют. Вот mm-hmm. чем проблема. Ладно. А хочешь, я за спиной у него сейчас... Ну ладно. Да. То есть нужен физ, урон и яд. О, да, я же забыл тебе сказать, что записался в тот момент, когда мы... Не, ну чё, убежать-то можно в любой момент. Сейчас ситуация-то хорошая. Давай попробуем пересмотреть свой взгляд на жизнь. В частности, на то, что... Нужно стоять рядом с замерзшим стражем и тупо ДПСить короля Барея. Все. Остальных убивать там АОЕшками какими-то. Поэтому, по возможности, подтягивайся к стражу. Да, блин. А, охлаждение, не заморозка. Вот это заморозка. Сниму, сниму. А почему у меня хп не отнимается? Это баг. Я вижу, что отнимается. А, да? Блин, мне трудно мониторить тогда. Бери посох с ядом. Мне кажется, нет посоха с ядом.
А, есть палочка с ядом, да. Три заклинания яда у меня будет. А, я должен тебя разморозить для начала, да? Получается. Mm-hmm. Водный щит лучше наложим. Раз. Убить элементаля, наверное. Касанием обычным. И поставить палочку для того, чтобы начать его тоже ДПСить. Палочка с ядом. Волшебный отравленный дротик. 4 выстрела будет. Так или иначе. Так, а я даже его могу юзнуть сейчас. Конечно, нет. Число очков действий 9, потому что я не специалист в этой школе. Такая грязь просто. Что ты после 6 ночей в Чернавском начал так говорить? Что, че, что именно? Такая грязь. Не, просто после стримов хапы. Ну, просто это в 6 ночей в Чернавском было. Какая же ты грязь! Помнишь, они там ругались? Даешь. ДПС по Борею. По Борею. У меня ловкость 7. И. Ну ты знаешь, что делать. Блин. Чертовы баги. Привет, Кирилл Чертков 3. Посмотрел в чат, увидел. Привет тебе. У нас тут челлендж вообще какой-то странный. Маг-элементалист вместе с. У меня ловкость 7. А так у тебя обычно сколько? 14. Not bad. Баф на хп на сколько ходов длится? На 4. Сейчас сколько? О, 15, нормал. Даже больше дали, да? Не, ну я примерно говорю. Смотри, сами элементали эти, ледяные, они, кроме заморозки, тебе... Ну, короче, не трогай их вообще. Мне по школе огня проще с ними разобраться значительно. Поэтому только дамаг на Борея. Борея. Борику на царство. Может, тебя даже не охладят? Отлично. Но. Ае. Не достанешь. Почему он не подскальзывается? Очень близко подошел. Бэнд. Мне накладывать на тебя щит, или ты в следующий ход добежишь? На, ты не добежишь, скорее Нет, всего. Я буду стрелять. Тогда все бафы на тебя и щиты на тебя. Все лучшее детям. На все бафы? Не, я еще могу... Но лучше не стоит на тебя скорость делать пока. Я лучше элементали. Почему? Если она на очко действия влияет, то очень даже было бы в тему. Ну, как хочешь, я не знаю просто. Да, давай попробуем. Но за сим получается практически все. Так, палочку меняю. Волшебный отравленный дротик. Все. Я его не смогу юзать. Так. Ну что, давай попытаемся. Дамаг, начать. Вноси, вноси. Not bad. Пятая часть хп снята. Яд. Яд. У меня есть болезнь. Посмотрим. Не действует. Жалька. Все щит поглощает. Найс. Ой. А как? А, да, на мне был щит, но не тот. Бе, как говорится, да. Ну, на один ход. Размораживать надо? Не, не надо размораживать. Стреляй лучше по нему. Я ему понижу характеристики. Сейчас. Вообще давай разморозить можно... Я... А, ну хотя, ладно, не надо. Так, у него сейчас 2,186. Угу. 2,186, было 2,800 там сколько-то. Это максимум. Нет, сейчас у него конкретно 2,186.
понижаем характеристики. Теперь у него 2170. Окей, а что понизилось-то у него? Ну, он как будто даже полечился. То есть у него, не знаю, что понизилось. У него сила минус 2, ловкость минус 2, интеллект минус 2, телосложение. Ну, все характеристики у него минус 2 сейчас, короче. Ну, хорошо. Понятно. Убивать-то как будем? Ядом, да? О, да, вот так вот. Смотри, тебе бы лучше к замерзшему стражу подойти уже. Следующий ход. Я могу подскользнуться, боюсь. Да. А уже не подскользнешь, скорее всего. А уже не надо подходить. Или надо? Не, от него-то надо. С руки бить. Угу. Сниму. Так, а что снимать нечего? Замедление. А, уже нет. Его нет. Оно скорость просто ликвидирует мою. Я озадачен. Не знаю. У меня вообще 156 урон расставлен. Скорее всего, у него там броня. Я могу дротиком в него кинуть, но, скорее всего, элементали сейчас более приоритетные задачи. Да, ты лучше их убирай как-нибудь. Потому что у тебя стихия, ты контрстихию можешь спокойно наносить. Да, только ты мне мешаешь стенку поставить, вот одна проблема. Черт. Да, но я буду нейтрализовывать тогда заморозками. Если получится, конечно. Я могу очаровать левого элементаля в следующий ход. Левого зря. Я... А, уже да. Уже можешь очаровывать сколько можно. Черт. Ладно, тогда тебе в любом случае это надо. А стенку я поставлю так, чтобы двух этих отрезать. Ну, как-то так. Удачи. Элементаль, если очаруешь, то он может... Ну, надеюсь, просто он двух нижних морозных. Сагрит. Да. Ну, тебе бы, конечно, в перспективе все-таки... Нет, не туда, зачем? По Бори убей. Куда ты стреляешь вниз? Так я рикошетом. А, окей, ладно, тебе виднее, хорошо. Он все равно по нему должен пройти, ну давай проверим еще раз. Да, прошел. Вон там сочный элементарь какой. Не, он не нужен. Ну, хотя на тебе щита нет, кстати, такого, который хотелось бы. Раз. Два. Три. О, жжет. Очарование тащит. Тупо мне стреляет. А, там еще огненный. Но он элементаля будет бить, отлично. Найс. Так, я могу сейчас дротиком его пил-пил. Или могу, например, тебя подлечить, нам хп добавить. Давай. Тебя лечу. Может, после хп? А не, можешь? Наоборот, как раз. А, да, в процентах же постановлено. И увеличу здоровьем. Сколько там, 4 хода, по-моему, да? 4 хода. Дотянусь до этой штуки, не дотянусь. Щитов нет. Ладно, забей, я... наш ходит следующий. Я подойду вот сюда, вот, наверное. Там лишь вроде бы он нет. Барея только. А, он ухилять же будет. Нет. А ты разве не контролишь Элема? Нет. Очарование это и все делает. Угу. Смотри. О! Согрел своим теплом. И очарование спало, да. У Борея больше четверти снято. Это уже хорошо. И я еще дротиками смогу его мочить. То есть тебе продолжать в том же духе, и все будет отлично. Делай, делай как надо, как учили. Отлично. Главное, чтобы не поджегся, он не подхилялся после этого. А это все у тебя? Да. Ой, слава богу, что по тебе идет, потому что я бы заморозку не пережил. Пережил. Ну, я, наверное, бью тогда уже его, Борея. Проверим заодно, сколько урон там хороший должен зайти.
А, хорошо. Щит кладу. У тебя, кстати, свободный навык талант. Да есть, да, но мне жалко. Я почему-то не юзнул этого стража. Вроде тыкнул, вроде очки потратились, а вроде ничего не получилось. Может, он кончился? С ходы кончились? Так, да, у меня могу... есть снижение резов, надо будет сделать действительно. Интересно. 350, я могу... А, всего лишь 500 по всем, ну, плохой вариант. 500 по всем не очень вариант. Ну ничего, я бью дальше босса тогда. Да, да. У него 3 стака отравления, уже хорошо, он будет получать. А, блин, загородил. А, ну, на самом деле ничего страшного не будет, если ты элементалей двух убьешь, которые как бы справа. Правда, у них, у этого ближнего здоровья. Ох, добро. Чуть-чуть, правда, не добил. Сейчас будет окаменение, кстати, еще. Сейчас новая стихия. Добрая, добрая. Плохо. О! Ну, хотя, что-то у тебя хп, видимо, полторашка, да, о! Или сколько? Да. Угу. Больно бьет, как длинно. А вот уже земля пришла. Слушай, мы половину сняли, считай, да? Да. Слушай, а если сейчас мы землю... Ты можешь очаровать земляного элементаля? Могу. У нее там нет яда, случайно? Черт, что-то хреново мне. В инвиз уходи. Так, снижаю резисты. Инвиз есть. Но мне хочется добить хотя бы элементаля вот этого вот. Ближнего. Да, может даже двух. Если прыгнуть. Ну, двух не знаю, потому что если мы очаровываем элементаля земли, он сам должен их добить. Хотя. Так. В общем, решай сам. Да, я понял. Заморожу тогда этого. Точно убью его. Еще есть на 3 очка действия. Лучше что-то. В инвиз уходи, тебе... Я уйду в инвиз, есть и на это, и на это, и на это. Щит не ставится, я опять 2 очка действия потратил, щит не поставился. Короче, я в инвиз, это какой-то баг, видимо. Ну, удачи тебе, я буду отпиваться следующий ход бутылками. Тебе, наверное, очарование и дальше по ситуации. У Бария почти половину хп сняли уже. ТП Борея в яд. Кстати! 100% очарование. Не действует. Прикольно. Mm. Может, я тоже в инвиз уйду? Ну, можно. Заодно подойдешь к этому ненужному уже. Слушай, а реально его можно было в яд закинуть, попробовать этого толстого. А ты можешь его портать? Ну, если я могу, я не проверял, то это топич вообще. Это, пожалуй, пока самый сложный босс из тех, что был. Хотя это только второй актовый босс, по сути. Что происходит? Так, я хожу. Сейчас проверю, могу ли я его портнуть. Могу! Нет! Не тот! Не тот! Телепорт! Ладно, он оглушился, забей, нормал. Ты смог его оглушить каким-то чудом. И к тебе вряд ли пройдут туда товарищи. А, вот стой там, в общем, киляйся. Они к тебе по контуру пытаются пойти. Я не могу его кинуть. Потому что он тяжелый. Ну, видимо, да. Окей. Ладно, я хиляюсь. Действительно хиляюсь. Бутылкой и кастом. Сейчас посмотрим, как товарищи к тебе пойдут. Через какой этот. Тебе любопытно, да, вот как я буду страдать? Не, ну, как бы, чё, я жду... А там всего 2 товарища, а чё они сделают? Я тебе про чё и говорю, они сейчас отойдут к тебе туда. А этот даже пройти не может, кажется. Он думает. Ну, вижу, у него до меня нет, чтобы рейндж какой-то скастовать, поэтому он, наверное, просто пропустит ход. Понизили резы и в инвиз. Ну, хп не рассчитали, бывает такое. Мы, конечно,
очень-очень плохо игру пока знаем. Но с вашей помощью, видите. Эй! Дерзко. Стрелять мне по нему? Да, по барею стрелять точно. Чем сильнее, тем лучше. О, хорошо, меньше половины хп. А мне нужно будет на свой ход освежить щиты. Могу бафнуть тебя по урону. Делаю щит на тебя раз против барея, против заморозки. Делаю щит на себя два. Для аналогичных целей. ХП мы с тобой восстановили уже. Угу. Сохранись, можешь? Да, отлично. Дальше делаю баф тебе по урону. И могу попробовать еще... Исцеление, интересно, насколько его исцеляет. Исцеление? Угу. Не знаю даже. Я вообще не видел, чтобы там хилялось что-то. Оу! Прикольно. У него... Постоянное, да? А, слушай, исцеление, это кажется у него... Надо вот этих вот сателлитов убить, тогда не будет исцеления. Смотри, вода и исцеление. Огонь и ускорение. Это заклинание сопутствующих школ. Земля благословления. То есть убить водную вот защиту. Вот... Да. Водную защиту, не будет хила у него. Прям перед тобой защита водная, стоит водная защита. Ну ладно. Ну, минусить же просили. А! Это такой, возвращаемся. А этот куда-то по своей траектории. Ой. Да. Как же прет, что не действует окаменение. Чуть не сгладил. Да сколько можно? Уже? Только мы думали, что слишком много народу, как пришло еще парочку. И еще вот мелкие вот эти вот со станами. Блин, такая плотность. Нереальная. Может, ядовитое облачко сюда? Так, а если я взорвусь к чертям собачьим? Я его подхиляю, конечно. Что делать, скажи мне, пожалуйста. Тут слишком много всего, тут как бы сложно конкретно универсальное что-то применить. А у сферок вообще какие-то резисты есть? А, у каждой свои, понятно. Ладно, я добью, наверное, фрагмент земли от оглушений и буду, наверное... А что у него от парения ему добавилось от последней арбы? Окей, это раз, минус... Он на второй круг начал вызывать, ты не помнишь? Не-не-не, это только... А, мы не доходили помнишь? До второго круга. Да ладно, ты когда кровавик прожал, по-моему, там он снова ледяные появились, нет? Может быть, этого не помню. Кстати, можешь его прожать, хотя зачем? Ты не помнишь, какие резисты у... Не помнишь. Почему бы тебе не посмотреть снова? Да. Просто я... Капец, фаербол этот. Никак. Ладно, я жгу землю. Потому что тут большая часть... Он только хиляется, по-моему, от огня. Да, и но у него парение. Он не должен вообще гореть, по идее. Ну, давай, ладно, пробуй. А у элементаля воздухом... Странно, что ты горение с водным щитом делаешь. Да у меня выбора нет, тут вокруг народ такой, который... А почему я не задел этого? Водную защиту. Ты меня зато задел. Это да, я умею. Прости. Щит на тебя какой-нибудь кинуть? Не нужно, у всех нормальные щиты. А мне горение так-то, ну ладно. А, горение...
Черт. Я могу тебя попробовать заморозить. Не-не-не, без урона. Нельзя, да, повесить? Воздушный могу. Воздушный нет. Не, могу тебе на тебе огненный щит повесить. Тем более, что... Там, в принципе, столько народу рядом. Кошмар. Реально большое количество. Я не знаю, могу на тебя реально почти повесить щит огня. Он будет поглощать горение. Вот, это точно. Вешаю. Хотя он давал мне сопротивление в воде. Ладно. Все. Так, давай думать, что нам теперь делать в этом суровом мире. Элементали воздуха можешь зачаровать? Или ты не веришь в то, что получится? Зачарование уже кончилось. Как бы. Водную защиту от хила. И... И, наверное, ДПС Борея нужно. Броня там, блин. Можешь оглушить, попытаться всех? Ну, кого-то ты точно оглушишь здесь. Всех, кроме тебя, я попытаюсь оглушить, а ты, если что, потом снимешь оглушение. Хорошо. С меня. Хотя нет, сначала выстрелю чем-нибудь другим по воде. Согласен. Потом уже... Сняли броню. Давай. Там такая очередь. Ты не в воде же стоишь, правильно? Не, я в огне стою. На двоих. Да. Ну, главное, на себя не повесил. Здорово. Элементаль земли выключен. Я травление у него откуда. Скорее всего, он яд выписал, когда продамажили его. Так, я, пожалуй, выпью сопротивление в воде, наверное, еще. А, на мне щит уже, зачем сопротивление в воде? Угу. Тогда я просто выпью чуть-чуть зелья. О, как опасно. Везет мне. Ой, как мне везет. О, это... отлично. Слишком да. Много народу уже начинает теряться. Это тоже потерял. Отлично, отлично. Защита, 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 защита Борей. Куда ты пошел? Замораживать, кажется, АУЕ будет. Замедление не действует. Как-то вообще все хорошо стало. Ты чувствуешь, как похорошело? Да как-то я теперь по нему вообще не достану. Вот в чем проблема. И по сверкам тоже не достану. Если ты можешь по водной защите что-нибудь туда. По водной защите? Воздушная, земляная. А где водная защита вообще? Справа находится? От него. А, да ты что? То есть вообще за ним. Никак. Ну, то есть, может быть, фаербол туда долетит. То есть тут зона оглушения, да, такая жесткая идет. Мне вперед не суваться. Хорошо, хорошо, будем работать с тем, что есть. Что у нас есть? Фаерболы никуда не пролетят. Я могу прыгнуть, там тоже молнии, вообще такой фарш. Некуда прыгать, ничего делать. Но это, с другой стороны, повод кинуть хилы, бафы и прочую хрень. Ладно, убиваю тогда вблизи. Не убиваю вблизи. Не достаю. Я даже по фрагменту элементали земли не могу. У тебя ты анонс что-то отредактировал, по-моему, у нас. Путь в ГМЛ. Путь в ГМЛ уже? Не, я не редактировал. Пользователь Blizzard проактивировал премиум на ваш канал. Сейчас я исправлю, пардон. Видимо, там время окончания стояло не очень адекватное. 18.00. А может, оно просто сместилось само на час. Черт, у нас мало времени осталось. Ну нет, надо выигрывать, по-моему. А, так, да, да. Ускорение делаю на тебя. Хил делаю на себя. Могу сделать баф на консту. Надо было делать баф на консту. Делаю, достаю до тебя. Сейчас будет еще больше хп. Ты прав, у тебя больше хп. А тебе не добавилось? No. Да, рейнджа не было. Ну ладно. Ну, на этом, судя по всему, все. Мы прощаемся с вами. А, я могу поджечь. Сейчас попробую этого элементаля. Не то сделал. Поджег, отлично. А я как, почему?
Сложно сказать, откуда оглушение прилетело. Вопрос, о, отравление. Из моего же. Так отравление. А, он развалился, что ли? Чувак? Развалился. Умер, короче. Так, нас обходят с другой стороны. They came from behind. Ну давай, удиви нас. Ничего нового. Нет, и побежал нет. Такой, все за ним такие шарики. А-а-а! Ну вообще у нас, конечно, теперь есть ход, чтобы с этими разобраться. Да. Снимаю оглушение с тебя для начала. Убираю этого товарища. И снизу довольно кучно стоят трое. Надо выбрать какое-то заклинание, которое одинаково хорошо бьет. Яд. Не воздух и не огонь. Заморозка? Да, стена заморозки хорошо зайдет. По всем причем. А, то ли дальше цель заблокирована. Ну вот так вот что-то должно... Что-то, да. Блин. Ай-яй-яй-яй. Нет. Почему нет этого ледяного фаербола? Недоработка, мне кажется, игры. Ладно, тогда я убью двух мелких фаерболом. А что дальше? В яд идти не хочется. Ну все. Я все. Я понял. Ты не все. Я. Тут, блин, воздух и огонь, да? Я могу их, в принципе, ядом, если только прям для себя продамажу. Хорошо. Нет. Не продамажил даже себя. Очень-очень-очень-очень битые. Давай вот так, чтобы уж. Да, ё-моё. А чё ты... Как-то там... подлечился он, я, насколько я понял. Почему на нем гоняли? А, ну он по огню прошелся, видимо. Я понял. Сейчас Борей будет ходить. Оглушение с тебя я снять уже не смогу. И новая ледяная хрень пошла. Не, я не говорил про огненного ледяного шара, не надо мне присваивать цитату майкеровскую. Нас путают, видимо. Угу. Слушай, так все время, что говорят БСП кран, это они не меня имеют в виду. Я не могу оглушение с тебя снять. Максимум, что могу сделать, кинуть на тебя лечение. Или есть свитки. Возможно, есть свиток аналогичный. Могу вызвать, кстати, элементаля воздухом. Вообще, это хорошие темы. Просто чтобы... Что это за смайлик такой странный? Сюда куда-нибудь. Какой-то бородатого старикана нам спамит в чат. Это мэдисоновская, кажется, штука. Так. Что это значило? Кажется, это этот, как его, турецкий этот педагог, гламурный мужчина-женщина. А, я, к сожалению, не знаком. Да, к счастью, поверь. С творчеством данных индивидуумов. Творчество. Творчество. Так, я хотел на тебя сделать хил, да, получается. Останется у меня, конечно, после этого весьма печальная ситуация, но союзник превыше всего. Нет, почему нет ледяного фаербола, это сказал Миша, а не я. Это точно сказал я. Точно, прям точно. У нас голоса похожи, видимо. Заморозить ледяного элементаля, такой фейл, господи, как я уже путаю их. Такой фейл. Ну, а вдруг сработало бы? Ледяной элементаль. О нет, это моя единственная слабость, лед. Никто так не пробовал делать. Я не вкачивал себе резист на лед. Никто не задумывался. А почему? Кто вообще? Что происходит? Ну, они бьют вызванного элементаля воздуха. Тебя... А, это твой элементаль воздуха? Это мой. Я и как-то не понял, почему. Это сейчас заморозка может проходить легко. У меня нет щитов соответствующих. Так, падение, подъем, высоко, безопасным приземлением. А, с безопасным приземлением. Я могу кинуть кого-то из рядом стоящих. Наверное,
Или молнии давай... вообще шандарахнут туда. Да, вообще без разницы, на самом деле, кого. Потому что они все от огня уходят, которые надо мной. Угу. Я оглушение на два хода, спасибо. Оно было на тебе. А, да? Да. В этом за как раз спасибо. И смысл. Я уберу одного противника с тебя. И, наверное, даже вот так вот подойду. Возможно, нам нужна... Сгорю? I'm fading. No! И заморозком. Держи, сейчас хил будет на тебя. Нет, хила нет. Слушай, ну мы нормально так. Вот это тупит уже все. Ты жив еще, опять же. Ну, я в следующем ходе, думаю, буду не жив. А я могу предложить тебе... Не знаю, что тебе предложить. Вот что я могу сделать? Я все что угодно могу сделать. Но... Нужно мясо, чтобы... Есть еще самоны какие-нибудь? Паучка могу вызвать. Уху! Да, он разрешает. Может, к выходу направимся потихоньку? Не, почему? Паукан же Борея будет пинчить. И отвлечет внимание части народа. Вон паукан. Ослик, суслик. У тебя свиток был? Да. А, и, наверное, я кидаю щит на себя... чтобы меня просто не алём не заморозили, как тебя. Так хотя бы какая-то свобода будет. Дальше можно взять и начать дэмэджить кого-то из элемов сверху. Можно взорваться, конечно, тогда ты тоже гуфнешься. Так что буду просто огнем пищ. Вот так вот. Снимешь, да, с меня? А зачем, если ты все равно заморожен? То есть, какой резон? А, там у меня... Я Борея буду грызть вот так вот. Кровавик, это кровавик что такое? Пишет. Отравляет жертву, у паука отравление есть. Найс, шок, давай. Шок. Просто шок. Подходим. И отравляем. Что? Слабость не действует. Ага. Ладно, бьем тогда просто. Плюс 34, ты его похилял. Короче. Беда. Я, кажется, Волк, тоже да, полезный падаю. Мне. Тихо, не надо. Успокойтесь, ребята, ну. Нет! Держись! Артстоцка! Но! Все, понятно. Бах. Бах. Ну сейчас резурект на тебя. А немного ли ты бьешь? Я тебе резуректю прям к этому, к вдруг работающему этому. Так вот. Хила у меня нет. Чувствую, я, видишь, я, меня лёд, даже в очереди нет, лёд. Поэтому, возможно... А кто будет дальше атаковать? Фрагмент огня. Какой из... А, ближайший ко мне. Понял. Ну... Блин. Его-то я убью без проблем. Но просто мне кажется, что нужно... как-то по-грамотному... сделать. Но по-грамотному сложно, потому что здесь лед, огонь, лед. И вот хрен знает, что с этим всем делом делать. По сути, огонь. Наверное, прыжок надо сделать вот такой вот. Потому что он... Ой, не туда. О, а почему он к тебе? Не знаю, у него лично... О, еще... вообще идеально! Ты видел? Да. А этот окружен, он не может... Ой, сейчас огонь, правда, новый пойдет. Слушай, мы еще можем... Тихо, соберись. Вот прям сейчас соберись, только как никогда не собирался. Нет, никого. Я приду к тебе на помощь. Будет огненный щит. Они не пробьют тебя. Держись, друг. Мой твой ход. Лечимся. Все будет ок.
Инвиз откатился, кстати. Какой инвиз? Мы сейчас его убьем. Да мы к нему дойти сначала надо. Он там вот застрял, и к нему не пройти нормально. И это нормально. Давай сначала похиляемся и разберемся с мелочевкой. Так он их спавнить будет. Мы разбираемся дольше, чем он их спавнит. Не, все, сейчас осталось-то мало. Сейчас один вызов остался. Вот тебе огненный щит, чтобы ты не умер. А где элемы-то огненные? А, вот здесь двое. Один там наверху только. Хил откатился. Да что-то я не... Ладно, хил на... А тебя не убьют, меня могут убить. Ну так ты как определил? Ладно. Ну я смотрю на те щиты, там двое огненных, то есть они тебя огнем будут бить, пока щит не спадет. Но я, с другой стороны, могу на себя альтернативный щит повесить. Кажется. Нет, именно кажется. Не могу. Бутылек выпить, может? Этого я не сожгу. Бутылек я займу. И убегаем. Ну смотри, три цели. Один битый элементаль огня. Один элементаль... Я хиляюсь, Миш. Я думаю, очаровать нужно огненного элемента. Да нет у меня очарования. Окей, хорошо, хиляйся, конечно. Хиляйся, на тебе и так хил висит, на тебе щиты. Делай, что хочешь. Я Борей понимаю. Нас ждет. Мне кажется, это логичный ход. Вообще можно ядом сюда запихать все это добро. Я-то лучше на Боре, если у тебя там его, конечно, не валом. У меня есть 7. Ну, лучше на Боре тогда. Так я до него не достреливаю, а эти как бы нам не мешают. Не, потом просто за сейф сначала. Ну, хотя ладно, смотри сам. Просто может быть. Может быть. Ой, тут так ювелирно сейчас надо будет делать, Миша, ты не представляешь. Неплохо. Очень даже неплохо. Ты, надеюсь, не будешь поджигать эту муть? Она, правда, сама взорвется в следующем ходе. Что, минус 3, что ли? Минус щит. А почему минус щит? Понятия не имею. А, наверное, тебе тоже урон нанесся просто. Блин, капец. Так, Борей, ну, успокойся. Борей, давай. Успокойся, нет, ты ничего не можешь, ничего не знаешь. Отлично. Два элема огня рядышком. Делаю стенку просто на них. Нет, не делаю стенку на них. Отступлю на один ход. После этого сделаю стенку. Оп. Они как-то там летают еще. Да, они, кажется, не заморолись здесь ни хрена. Да, у них охлаждение просто. Какие-то странные. Ладно, я, наверное... А какие там элементали были? Огня, да? Лед справа от меня, можешь его бить, он битый. Да я вижу, просто у меня хп, ты видишь, немножко нет. А, ну хиляйся ты, ничего. И хила нет. Колбами. Вот так вот резистом, а может и не лучше. Угу. Реально он, кажется, на следующий или через ход уже вызовет. О, да, больно. Ну как так-то вообще, почему не заморозились? Всегда морозились. Надо водную защиту убить. Но хотя на него исцеление вообще не действует. У него как было это количество хп, так и осталось. Угу. Жалко. Угу. Так, Борей, дай еще ход, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, друг. Его хиляет плюс один, кстати. Так, сейчас хп будет и тебе, и мне. Ну и замораживать надо этих упырей.
Могу баф на урон тебе дать. Если он тебе поможет. А лучше конечно. Прибереги до физического. Если мы дойдем вообще до него. Угу. Это не главный босс игры еще, блин. Да, конечно, не главный. Это так. Понятно. Ладно, я хиляюсь тогда. Это плохо. Ладно. Только не заморозь, пожалуйста, меня. О, только не заморозь, пожалуйста, меня. Аю. Ну, Борей сейчас будет вызывать новых, а новые это огненные, кажется. Нет, только что огненные были. А, сейчас земля будет. Да что ж он не морозится, да? Да пофиг, уже добиваем его. Хотя погоди, сколько у него хп? Где-то 60 и 143. Давай рискнем. Ой, не та. О! Да, по 4 рикошет сработал. Ну, Борей сейчас будет действовать. Я вот говорю, мы элементалей бьем дольше, чем как бы он их вызывает. Ну мы, во-первых, подхилялись за этот ход, это раз. И осталось только 3 дохлых алема. Ну, у тебя тут как шикарно. Да, у меня весело. Это заморозочка хорошо бы сюда зашла. Земля огонь. У земли и огня вроде к воздуху ничего. Да, воздух минус, а у этих пофиг, да? Да. Ну тогда я молниями просто их мочу и все. Могу даже взять... Не могу взять. Так вот, наверное. Раз. Хилка еще есть. И... Так, давай, наверное, хилку на себя. Кто будет ходить дальше? Элементаль льда, который тебя может заморозить. Угу. Так. А если я сделаю тогда светляка по хитрой траектории? Раз. Два. Три. Нет. Тогда начнем со льда, да? Раз, два. Того попробую добить. Три и... Вот так вот. Три и четыре. Ну, как-то так. Ой, не так немножко подлечу элема одного. Ха-ха, найс. Что там происходит? Ну, убил одного, убил второго, оглушил третьего и нанес урон четвертому. Слушай. Повезло. Не иначе. Вообще. Только мне надо до Борея, блин, дойти как-то. Ну, до Борея нужно доходить уже, наверное, после яда. Будет. У меня просто откатился этот вихрь стрел. Это круто. Это очень... Я могу тебя к нему прям закинуть вот, на следующий ход. Там есть зоны безопасные. Вот да-да-да, вижу. После ступенек. Окей, попробуем. Только мне подхиляться бы сначала. Согласен. Давай, короче, тогда... А, следующий не ты ходишь. И давай еще один я ход. Я просто хотел сейчас в инвиз уйти, подхиляться, и ты бы меня кинул туда с полными хп. Ну, по-хорошему нужно добить вот эту вот фигню хотя бы в один ход, половинку из того, что осталось. Часть из них я убью, которые рядом со мной, парочку. А где-то оглушение, где не оглушение. Да-да-да, там все минус на один ход. Оглушение. Только элементаль земли будет действовать. И то после Борея, который рядом с тобой. Мной, да? Сейчас посмотрим, что у него там. Броня и хп, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А тогда я их могу оглушить, молнии урон нанести, подойти сюда и стелепортировать тебя на постаментик. Вижен как раз отсюда откроется. И будет еще у нас где-то два хода до тех пор, пока он не вызовет. Только надо не забыть на тебя водный щит, чтобы он тебя не заморозил. Да, кинуть.
Борей. Да, смотрим в стенку. Скипает. Стой в углу дальше, в общем. Борей у нас наказан. Хил на тебя, да? А, ну смотри, давай. Можно, скорее всего, нужно даже. Урон на следующий ход бафну. Угу. Я в этот ход попытаюсь избавиться от элементаля земли и уйду в инвизи. А страж не работает, мы же его чекали, и он что-то забаговал. Не хочется зря ходы тратить. Я не могу навестись иногда на цели. По портретику тогда жмакай. Mm. Огонь, воздух. Хреново. В три хода что-то еще есть? Тебе говорят, Поми пишет. Уже Поми пишет? Скайп. Прочекай. Сейчас прочекаю. Написал. Mm. Там вроде у них начало типа раньше, но как-то но... это... Да. У них интервью с Хэппи без 20 написано. Mm. Блин, как же больно, а? Все равно, кстати, Борей я сниму, если повезет. Нифига себе, как меня шмаляют. Если повезет, это одну пятую еще снова. Так, ты вдруг у меня отправляешься в ад. Так что, мне сейчас уже в инвиз уходить или нет еще пока? Не, я думаю, надо мне помочь, а то я тут вряд ли справлюсь на следующий ход. Так, вроде есть у нас еще один ход. Борей не должен сейчас вызывать. Угу. Так, осталось два человека мелких. Огонь, огонь. Скорее всего, один ход у нас. Да. До вызова новых. Но следующий будет воздух. И это не очень хорошо, потому что оглушение. Ну, тогда я кидаю щиты превентивные на тебя и на себя. Против воздуха. Так, а где этот элементарь земли? А, они у тебя там рядом. Но с ними ты должен один забраться. Там остался, ну, то есть два. А, не понял, а это откуда прилетело? Элементарь земли. А почему он не заморозился-то? Я же замораживал его. Заморозка у него. А, элементарь огня, земли, да, я не увидел его. И я по нему не могу вообще никак попасть. Ладно, забей, в следующий ход справлюсь. Тогда я хиляю себя, делаю инвиз. Учти, тут масса просто огня, яда и прочего. Я не знаю, как ты тут собираешься. Где? Ну, тут повсюду. Так ты хотел меня портать же. Отсюда я тебе не портану. Мне нужно дойти самому ход вниз и скинуть. Ну, хотя да, ладно, давай попробуем так. А зачем тебе инвиз тогда? Какая разница? Чтобы из инвиза ударить. Не, нет, трать ходы сейчас просто и все. Какая разница? Я тогда потрачу на хилы все-таки. Ну и пошел. Да, скорее всего. Раз рядом с тобой элементаль воздуха. И кажется, два шарика должно появиться, да, вот они. Класс! Просто класс. У них только не воздухом. Чем угодно, только не воздухом. И вокруг народу трындец. Я не знаю, что делать. Те в инвиз можно, меня оглушать будут, скорее всего. Те в инвиз и хиляться. То есть у меня фулл хп, поэтому как бы я, скорее всего, выживу этот раунд.
Скорее всего, знаешь, как так вышло? Как это вышло? Посмотри, что вокруг Борея происходит. Да это понятно, я сразу сказал, почему он там застрял. А, да? Mm-hmm. Я только сейчас заметил, что у него куча сферок. Они, кстати, стакаются, видимо. То есть мне нужно убить элементаля земли. Если на мне щит, этот элементаль земли убьется молнией. И все. Эти не должны пробить меня из-за щита. Ну, наверное, я тогда пойду потихонечку вниз. Выходить на... Не, не буду выходить. Да, видишь, оглушение из-за щита не действует. ХП у тебя полные, что отлично. Эти не должны меня пробить, потому что щит тоже действует. Ни оглушение, ни урон. Не проходит по ХП. Хотя вот второй может и... А. Ну вот сейчас самый... Ты можешь меня кидать здесь абсолютно спокойно. Так а я что сделал? Ты хочешь, чтобы я туда побежал пешком? Не, не побежишь ты пешком. Ладно, да, последние выстрелы, а в следующий раз я тебя закидываю туда точно. Так, чем бы тебе помочь бы? Или лучше себе поглощение стихии сделать? Он тебя будет бить только морозом, тебе другие резисты ни к чему. Так у меня резист к холду-то нет. То есть я могу сделать на себя поглощение стихии, в следующем ходу еще среднее зелье сопротивления хорошо. В воде. Да, хорошо, и давай. Того так. У меня будет плюс 50 сопротивления. Окей. Mm-hmm. Okay. Ну. Давай. Что он рычать начал? Есть, кстати, вероятность, что он по мне даже не попадет, из-за того, что ему сферки будут мешать ходить. Главное, не застанется здесь. Так, ну я пробую тебя закинуть. И могу тебя закинуть. Давай вот на... И вот сюда вот, хорошо. На... Вроде там не будет стана никакого. Да, удачно вышло. И в идеале я должен еще тебя как-то пробафать на урон. На там. Урон, да. Есть на урон 40% держи. И сам как-то не умереть. Дело за малым, да, осталось? Самое главное, да. Тут элементаль огня рядышком, эти двое щит уже практически сбили. А я могу в инвиз уйти, они же до тебя не добегут. Отличная давай. Же идея. Вообще изи. О-о-о-о! Классно. Еще сейчас скучкуются. И отрав... Ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да, я помогу тебе с этими тремя-четырьмя. Удачи. Так, по нему... А, что мне надо? Вихрь, две. Пей бутылку, у тебя средняя есть. Неправильно, Бену. Сейчас инвиз было бы идеальным ходом вообще. На текущий. Я бы броню ему уменьшил бы. А насколько уменьшается? Броня уменьшается... Разрушение доспехов и наносит 61-100 урона. На следующий ход тогда я пропущу. А если я сделаю... О, кстати, ты из инвиза пока не выходи. Да ну, ты что? Я лучше подморожу всех тех, кто рядом с тобой стоит. Не-не-не, короче, смотри, что делаем. Что мы делаем? Ты так. Меня пугаешь. Броня понижена. Угу. Ой-ой-ой. Да, я тебя точно напугаю сейчас. А, ну пока сделаем вот так, а вихрь будет на следующий ход. Нормал. Пока сделаем такую штуку. Раз. И... А, и вот сидим. Так. Да, ты хиляйся пока. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Просто хил на себя. Навешивай поушенами, едой, чем угодно. Невидимость спадает? Зачем ты... Так я не это имел в виду. Да, я понимаю. Я понимаю, что я был неправ. Поушенами, едой. Я был неправ. Признаю, раскаиваюсь. Все равно выпей еще что-нибудь. Да, сожрать могу я что-то. Бутылку лучше.
Так, а если... А поэтому земля-воздух. Я могу фаерболировать сюда на троих. На двоих. Или на троих. На двоих. Ладно, на двоих так... Нет. Ладно, жру, ты прав. Поушен раз. И... Что посоветуешь? А, еще хилку. Среднее зелье. Ох, отлично. Я еще могу зарядить по тому же самому элементалю как-нибудь. Да, почти смог. Ты бы знал, как, какая у меня сейчас дилемма. Щиты не нужны тебе, да? Я ж на тебя заморозку не... Я чуть заморозки на тебя... Я следующий ход все равно пропускаю, не переживай. Но мне как раз хватает сейчас. Да, водный щит лучше на тебя кинуть. Там есть еще другой щит, это не столь принципиально. Да, я был неправ. Хотя, с другой стороны, может быть и правильно, что на меня начинают возвращаться. Потому что это тебя... О, вообще найс. Да, нормально, нормально. Кажется, последний ход он пропускает, надеюсь. Нет! Это усложняет задачу. Очень. Твою налево. Ну, ДПС как никогда не ДПСил. У тебя два хода с бонусным уроном, потом будет сложнее. Удачи. Давай. Ну, какие-то сверки отвалились. Угу. На них вообще плевать. Ядом. Я могу тебе помочь как-то. Не надо помочь, забей, я там справлюсь. Зажмусь в угол как-нибудь и все, да. На стенку там ускорение прожму. Ну, а в любом случае я по нему не попал, он окружен сверками. То есть я поэтому одну из сверок-то и убрал, подамажил еще другие. Что у нас получается здесь? Лед, лед, огонь, воздух. Все хорошо фаерболом, кроме огня. Поэтому мочу фаерболом, наверное. Или светляком даже сначала. Раз, два, три, четыре, пять... И фаерболом. Блин, пацаны такие умные. Стрелы яда не перелетают через этот. Через и вот эти сверки вокруг него, которые. Так, есть более классная тема. Делаю огненный щит. И делаю взрыв вокруг себя. Это круче, чем фаербол. Очень сильное колдунство. Осталось двое тут только. Not bad. Я пытаюсь еще назад чуть отступить. Угу. Они решили, ну нафиг. Пойдем лучше, побьем лучше. Я могу к тебе присоединиться, у меня два заряда яда есть. А почему я не хожу? Не знаю. Это хороший вопрос. А я до тебя не добегу, да, скорее всего, я тут умру. Ну, через пирамидку. А, через пирамидку мне устраивает, на самом деле. Чего, через пирамидку даже быстрее будет. И теперь необходимо, наверное, для начала нейтрализовать кого-нибудь из... Или щиты. Кто у нас тут? Воздух. Я думал, оглушающих имеет смысл нанести. Ну, тебя все еще... Висит. А, водный щит на тебе висит. Тогда, да, тогда воздушный щит на тебя. А, у тебя инвиз, что ли, или что? Нет. А с тебя не снимется водный щит, если что?
смотря какой щит ты вешаешь. Не, давай я лучше себя повешу. Или щит? Потому что щиты взаимоисключающие. Да, кажется. Вот так как-то. Это щит поглощает огненный. Оглушение не действует, повезло. Повезло. Ну все. Добро. Добро. Так, есть болезнь. Не знаю, задействуется ли она на товарища или нет. Или лучше... Ой, я лучше хил выпью, знаешь. Фу. Ну я дротиком тогда. Нам же надо его убивать в первую очередь. Там урон хороший. Угу. А здесь, наверное, ближайшего буду пытаться морозить. Но лучше, конечно, было других воздушных убивать. Ну ладно, это так. У него осталась пятая часть ХП. Пятая часть! Даже меньше уже. Это, кстати, третий или четвертый трай у нас с тобой. Угу. К слову. Сейчас я, короче, себе ловкость еще забущу, чтобы урон повысить. А лучше... Нет, сопротивление воздуха лучше выпью. А то сейчас по мне будут бить. Фух! Ну я сниму его, не переживай. Даже если тебя оглушат... Меня-то не оглушат, а я с тебя оглушение сниму. О-о! Да, это несколько усложняет. Только задачу. Не перед собой, только не перед собой. Фу, ладно. Главное, что не перед собой. Ладно, там стена, скорее всего, будет. Ты можешь, на всех, короче, троих. Там идеальная стена погоди, будет. Миш, единственный ДДПСер — это элементаль здоровый. Вот его просто подальше куда-нибудь откинь. Да, у меня другая идея. Да? Какая? Идеальная просто. Угу, тоже неплохая идея, так сказать. А, у меня, кажется, откатился баф на... Нет, не откатился баф на урон. Я могу тебя, на тебя хилки... Не, давай я лучше на консту всем нашим кину. Тебе будет приятно. Так, ну все, действуй. Следующий выстрел я смогу из этого, из отравленного. Правда, там заморозка может быть сейчас от элементалей. Они не все заморозились. У меня следующее только облако ядовитое, я не хочу под ним стоять. Да, ты взорвешься, судя по пути огненному. Что там, бары я сейчас еще посмотрю. Ты можешь серию выстрелов физухой, тык-тык-тык, у тебя давно ее не было, возможно, откатилось. Нет, очков нет. Я, короче, ему броню продолжу повышать, понижать. А, перед ним элементаль, блин, еще, ну-ка, если... отлично. Броня понижена. Ну, сейчас этот ход, если переживем, то будет очень хорошо. Ну, на мне поты вроде висят. Ой. А он не заморозился. Да, он странно. Он получил урон, но не заморозился. Заморозился левый. Угу. Но я сейчас могу выстрелить в него ядом. Я надеюсь. Да, ты задрал. Жесть. Ну что, я стреляю последним выстрелом ядом. Давай. Ох, как бы не промахнуться, капец, тут столько народу. Ну там окошечко есть небольшое? Есть окошечко, да. Но оно пропадает постоянно. Вот так вот. Найс. Так. На урон есть что? На урон нет ничего. Могу уйти в инвиз, могу кинуть на тебя щит, например. А зачем? Против ты заморозки. Наоборот. Давайте я против заморозки поставлю щит. Не уверен, что это нужно, потому заморозка, что дамажит, да, тут... либо огненный, либо воздушный. Воздушный. Это могу заморозить огненного, попытаться большого, который сзади. Лучше огненный щит давай. Огненный щит? Mm-hmm. Да, огненный щит есть, ты прав. Действительно, это лучше. Жги. Ой, ну как там, вихрь нет? Не, вихрь-то я только что сказал, я могу залп сделать. Я вот не знаю, как бы пройдет по нему он.
Но они летят строго по прямой, поэтому если выцелишься, да, думаю, пройдет. Вроде выцелился. Чуть-чуть осталось. Блин, а плюнуть в него ничем не можешь? Я могу пытаться оглушить что-нибудь. Это я не знаю, по-моему, она урон не наносит. Наносит 30. Сколько у него осталось вообще? Где-то 40-50 на стрельбу. 76 у него осталось. Неужели никакой гранаты нету? Или спелла на 3? По-моему, нет. Я, конечно, могу сейчас потратить ход. То есть взять адреналин. И выстрелить. Я думаю, ты переживешь в любом случае следующий ход, поэтому забей. Огнем тебя не пробьют. Единственное, что может случиться, это меня как-то мелкий начнет бить, оглушит. И потом тебя оглушит, что нереально абсолютно. Ну, у меня сейчас дикие резисты должны быть. У меня резист воздуху 65 сейчас вообще. Ну, тогда живем. Последние ходы делают они. Ну, а только они вряд ли исчезнут. Да, придется с ними... Да. Сейчас рекол пойдет. Сейчас, да, уже ход на следующих. Нет, нет! И... Изи! Сразу столько магических... Сейф жми. А, 12 косарей экспы. Вот это была крутая битва. Не исчезли, кстати, элементали огненные, но это ерунда, потому что есть две заморозки. Сейчас я начнутся. Да вы абузеры, да вообще... Ну, я хотел бы передать этим товарищам пламенный привет. А что за палки у меня? Земля, воздух, нормально. Что-то там пояс. А там дофига всего. Точнее, посох, щит, посох, жезл. А мне что-нибудь вообще будет в этой игре или нет? Жезл тебе не нравится? Хорошая штука. Неопознанный... Ну смотри, посох стихий, неопознанный надежный эфийский жезл, неопознанный исключительный посох воздуха. Я рад. Мне тут как бы ничего не досталось почему. Абузеры, богоёзеры. Я все провтыкал, как убили. Очень просто. Где он и где мы? Слушай... Ну, если бы он действовал еще сам, там, замораживал нас периодически. Какое горение, слышишь? Ладно. О, наконец-то. Там с 12-го раза оглушение проперло. Не боись, все есть. Сейчас все будет. Я мискликнул и подхилял голема. Мы мочили час, по-моему, получается. Ну так это прилично, хочешь? Мне кажется, да. Ну все, пусть тебя бьют на тебя щит огненный. А там вообще легко, там двое вообще без хп остались. Этот догорит и три элементаля огня на левых, да. Вообще класс. Скопытился один. Ну прям чисто по таймингу заканчиваем. Очень-очень четко, да. Я бы хотел только, чтобы идентификация прошла успешно. Жезл, воздух, посох стихии еще там какой-то, интеллект, сопротивление, сила воли, 60, там и три стафа, короче, такая несправедливость, блин. Угу, я тоже в шоке, буквально в смысле меня оглушили. Сущности воздуха. Я беру посох стихии для начала.
Привет тебе, это я, король лета, чем могу? А, это посох со мной разговаривал. 12 месяцев, что ли? От лица всего королевства посох меня благодарит. Прикольно. Как тебя звать? Ты упал, да? Избавление от безумного брата, который был королем зимы. Меня зовут Суа, повелеваю летом. Моя сестра правит весной и товарищ осенью. Как мне выпустить из посоха? Маленький имп Джиджикс говорил Габарею, что посох можно уничтожить только там, где создали, в стихийном горне. О, туда мы и пойдем. Помнишь, где горн? Только поторопись, мои ветра. Угу. А я не хочу, посох и так. Дневник обновлен. Вот есть посох 50-100 урон, ну так себе средненький на самом деле для двуручного. Но инта, резист воды, сила воли и 60 очков здоровья. Открывает навык ледяная стрела. Очень неплохо. Короче, я ничего не могу опознать, поэтому портаемся тогда в город, или тут можно что-то еще взять. Ну, на самом там деле... Там вообще дальше, видишь, можно вперед идти туда. Там еще что-то дальше, видишь? Сейчас посмотрим. По идее, нам надо сначала туда сходить. Да, до чекпоинта дойти. Ну, давай тогда тут сохраняемся. Угу. Сейв? А, сейв, да. Попробуем пробежать до чекпоинта или что? Ты хочешь... Да не, я предлагаю совсем закончить. Перерыв перед... Ну да, 10 минут, надо быстро перенастроиться, созвониться и прочее. Но я поздравляю, мы одолели его, забузили, да. Зачитерили. Все честно, абсолютно, совершенно легитимным способом. Это сколько завтра, если завтра вообще? А, я не знаю, к сожалению, когда начнется StarCraft, но учитывая то, что у тебя завтра работы нет? Нет. Ну, я могу тогда пораньше просто встать, все попытаться сделать, и начнем тогда раньше. Ну, тогда по твоей готовности. Угу. Подписывайтесь, товарищи, чтобы получать уведомления об анонсах. А мы с вами на сегодня прощаемся. Спасибо, да, что смотрели, все. Болели. Спасибо, БСП. Всем спасибо. Сереге, привет. Хорошо. Пока. Давай, пока.